Я тебе отдамся прямо сейчас. Чё это такое, алло, Геральт? Кости выглядят абсолютно мертвыми. Одна срать. Для эликсир. Ой, ебать, меня ёбнуло. Альвин? Ты чё тут делаешь, алло? Геральт из Риви. Гервант Ведьма. Из Риви. Друзья, всем привет, вы на канале Nix & Sleep, и с вами, как всегда, Гервант из Риви. И это у нас уже, блин, 10-я серия по Ведьмаку первому, охренеть. И мы находимся тем временем у дома Альвина, в доме точнее Альвина, да, вместе с его мачехой, или кто она ему приходится. И нам надо поговорить с чуваком по имени Юлиан, у которого там будет свадьба, вот эта вся движуха там. Вот с этой вот, в принципе, бабой, которая против того, чтобы... ее жених против того, чтобы вот этот Альвин... дитя старшей крови жил вместе с ними. И нам сейчас надо как-то эту проблему решить. Вот, вроде бы все правильно сказал. И что, какой-то мужик? Адам? Что тебе надо? Приветствую тебя, господин. Меня зовут Адам. Я здорово. Я пытаюсь написать любовный стих для моей возлюбленной Алины. Попроси Лютика, он тебе поможет. Он в этом большой дока. Он объявил, что любовь должна стать моим вдохновением, а сам он занят проведением обманного маневра. Маневра? Он старательно ухаживает за дочерью мельника, чтобы вызвать ревность Милдарами Орлены. Ладно, весь Лютик. Как лис. Мне нужно у тебя кое-что спросить. Да? А, ты любишь Алину, но ведь она выходит замуж. Ты еще один ухажер. Че тут за треугольники пошли? Как там твои стихи? Ну-ка, давай первое. Ты любишь Алину? Но ведь она выходит замуж. У нас тайная связь. Никому об этом не говори. Да-да-да, а брак, конечно, настоящей любви не помеха. Пока. Пока. Ты чего убегаешь, эй? Лютику будет интересно об этом узнать. Надо разыскать его в таверне. Ты чего убегаешь, дебил? Да. Да? Видел эльфов в округе? Да. У них тут лагерь неподалеку. Но на вид они совсем не похожи на тех, про которых поется в песнях. Они и больны, и голодны. Многие умерли. Они настроены мирно? Совершенно. Господин Тобиас хотел помочь им, но и главная эльфийка отказалась. Говорит, им не нужны подачки от людей. Очень в духе эльфов. Хорошего тебе дня, Адам. Адам, Адам, все расспросили об Адаме. Подожди, нет. Да? Третий вариант. Как там твои стихи? Да. Давай, зачитай нам. Давай, давай. Глаза твои безбрежные. Твои бедра нежные, день ночь напролет, кругом голова идет. Ты долбоёб. Мой мозг, с меня хватит. Да, да? Хватит. Да, пока. Пока. А теперь можешь домой бежать. Он вышел на улицу, получается, в 5 часов утра, или сколько у нас здесь, чтобы нам сказать вот эту вот хрень. Ты серьезно? И самое интересное, как он понял, что мы находимся у Алины там, хватит-то. Это непонятно. Так, вот тем временем мы, собственно, в предыдущей серии открыли вот новый регион, главу, персонажи, новая история, побывали в полях, подрались там с виверными, василисками, и сейчас находимся в деревне. Тут, походу, все спят, кроме медалиска, мы уже там были, и можем сейчас забежать тогда в таверну. Вот то, что пока у нас доступно, то и будем делать. Еще я проходил мимо... Ой, мимо, что я делал в предыдущем выпуске? Мимо старого замка проходил, который мы в будущем определенно исследуем. Также я еще нашел наконец-то таки Берингара спустя 9 серий по Ведьмаку. Мы его искали всю игру и найти не могли. А теперь нашли. И он с нами не хочет говорить, потому что у него, походу, депрессия. Да. И кто-то тут бухает. У него тоже депрессия, да, или нет? А, сука, он тоже изменяет, подожди. Этот пидо тоже изменяет. Какая нахер свадьба? Доброе утро, ведьмак. Мое почтение. У тебя грустный вид. Что случилось? Моя сестра выходит замуж за человека, который ей даже не нравится. Мне нечего надеть на свадьбу, потому что наш отец потратил все свои сбережения на приданное для любимой доченьки. Более того, стоит жуткая жара, которая всех раздражает. А в остальном все хорошо. Не так уж хорошо.
можно мне задать вопрос? Да. Какой вопрос? Твоя сестра рада, что выходит замуж? Так ты же сказал уже, что не рада. Зачем ты это спрашиваешь, Геральт? Дебил. Твоя сестра рада, что выходит замуж? Ну, конечно, она рада. Ей немного надо. И уж точно ей наплевать на младшую сестру. Думаешь, я завидую? А я только правду говорю. Алина счастья не заслуживает. Ненавижу эту нимфетку. Она же у нас зеница ока папочки. Ей все можно. А теперь она закадрила Юлиана. Богатого купца сама шляется везде и задирает нос. Не беспокойся. Ты себе найдешь хорошего мужа. Лучшего, чем Юлиан? Не этого? О, как я страдаю за народ Адама. Издеваешься? Или, может, ты имеешь в виду отшельника из полей? Такие вот варианты. Ты видел, какое обручальное кольцо Юлиан подарил Алине? С бриллиантом, с голубиное яйцо. Не нужно злиться. Почему ты тоже на ее стороне? Да мне вообще насрать ни на чьей не стороне, отвали от меня. Нет, вы уже успели на сеновале покувыркаться. Я ее знаю. Блядь. Я ее презираю. Какая ты дура. Ну нет, сестренка, такой лафы тебе не будет. Тебя она не получит. Ты будешь моим. Я тебе отдамся прямо сейчас. На ближайшем камне. Только ты должен подарить мне кольцо покрасивее, чем то, серьезно? Что Юлиан подарил Алине в честь помолвки. Да не спали мы с ней. У меня есть для тебя кольцо. Похер, подожди. Покажи. Оно красивее, чем Алинина? Если на халяву, то почему бы и нет? Подожди. Мне пора возвращаться к Алине. Как вот это могу, да? Где ты нашел эту ерунду? Купил у старого нищего или на ярмарке в день Святого Григория? Ладно уж, я это или не покажу, что я могу заполучить любого мужчину. Но... Заткнись и поцелуй меня. Ладно. Я только не понял Рофла. Она охренела, это какое кольцо ей надо дарить? И у нее, походу, Чика поехала. Мы даже с этой Линой не спали, она такая. Ладно, ладно, я покажу, что я лучше. Но и побежала все, побежала. Мне нужно поговорить с Лютиком, но у себя Альбина. Сколь ложно утверждение о том, что месть лучше подавать холодной. Ох ты ж ёбнутая проститутка. Под предлогом, короче, такая, типа, ой, да я лучше. Лишь бы Алина это отсосала. У меня в этом проиграла. Я что-то нашел плоды Берберга, да, Чуперсерка. Ух, куда я попал, реально? Куда я попал? Деревня, любовные треугольники, блядь. Какие-то водяные. Геральт, это снова ты. Как дела? Мне удалось разыскать Альвина. Альвина. И не только его. Почему ты таком Трис меня просила? Ой, вбивала мне в голову это целый час. А, она дала мне для него двемеритовый амулет. Лютик. Че за амулет? Ты хоть что-нибудь способен сделать как следует. Нельзя тебе дать простейшее задание. А знаешь, Геральт, у меня для тебя посылка. Какая посылка? Да, кстати, не знаю, это для меня слишком сложное задание. Прекращай, Лютик, что там у тебя? Ну ладно. Не поясничай. Письмо от твоей возлюбленной. Трис? Какой возлюбленный? А, давай его сюда. А, Трис, ну Трис, да. И что ты держишь? А, я должен дать Альвину 2-метриевый амулет. А где этот жених? Подожди. Геральт? Геральт, да. Что произошло в Изиме после того, как я исчез? Что произошло в Изиме после того, как я исчез? Мне откуда знать? Я тоже уехал. Слышал только, будто ты там немало народу положил. Иногда убивать необходимо. Да, особенно не там. Не обижайся. Но тебе что, понравилось убивать людей? Людей убивать только... Так, я по-моему, это уже отвечал. Ничего не имею против. Да. Людей я убиваю только в случае самообороны. Как в добрые старые времена. Как бы мы ни старались, количество ублюдков и негодяев не уменьшается. Да, они были всегда. Будь осторожен. Я останусь. Геральт? Да, да, да. Пока. Бывай. Пока. Чё, где этот? Где этот жених? Да заткнись ты. А ты просыпайся, жених. Геральт? Геральт?
Поговорить об Альвине? Я хочу поговорить об Альвине. Ему нужен опекун, сведущий в магии. Ни я, ни моя будущая супруга не подходим на эту роль. Ясно. Ты мог бы сделать из него ведьмака? Не, сам не понимаешь, нам такой не очень нужен. Что сказал. Да. Но какое-то время я за ним присмотрю. Геральт? Ведьмака, блядь. До свидания. Нам Цири достаточно, тут еще какой-то Альвин. Вы вообще, что ли, головы тут все тронулись? А Три смогла бы, я не знаю. А хотя, если она его экстренно телепортировала, то... Спасибо. То понятно. Почему-то оно так и получилось. А что делать-то будем? Сейчас куда мы пойдем? Опять Дальвина. Вот эти бесконечные... Туда сходи, туда прибеги. Так, рухнувший мост. Вот развалины. Проход в поля. Бля, да тут локации просто охренеть. И карта получается, деревня, и вот эта вот вторая деревня, она разделена на двое. Нет, типа, вот так она в мелком масштабе, когда мы вот за этот холм перейдем, она будет вся в крупном масштабе, и мы будем деревню видеть более подробно. Видимо, так оно. Бербер, это растение, кстати, называется правильно. Блин. Надо что-то решать уже скорее, заканчивать эту игру, а то что-то тут уже какая-то хрень пошла полнейшая. Треугольники любовные, уже забыли про саламандр, нахер нам это надо? У нас тут Юлиан и какие-то две шлюхи, которые одна завидует другой, а вторая об этом не подозревает даже. И я хоть домом не ошибся. А где Альвин? Сука, где Альвин? Я ищу Альвина, да, я видел Юлиана и Селину вместе, но тебе ничего опасаться, Селина из шкуры вон лезла, чтобы привлечь его внимание, но Юлиана, она, похоже, совсем не интересуется. Я видел Юлиана и Селину вместе, но тебе нечего опасаться. Селина из шкуры вон лезла, чтобы привлечь его внимание, но Юлиана, она, похоже, совсем не интересует. Селина иногда может быть совершенно несносной. Просто иногда? Ей давно пора замуж. Может, постоянно? А Юлиан? Он меня любит, и никакая ссора этого не изменит. Я хотела убедиться, что с моим дорогим Юлианом ничего не случилось, но не хотела, чтобы он подумал, что я переживаю. Спасибо, ведьмак. Эх, женщина. Женщине это... Подожди, пора найти себе другое занятие. Да наконец-то! Вот... Другое занятие найти себе. Зачем ты искал? Ох, круто. Я ищу Альвина. Сейчас с Альвином еще будем. Этот мальчишка, он как ртуть. Он повсюду. Если он не в деревне, проверь развалины неподалеку. Альвину вот. Там нравится. Да. Спасибо тебе. Я поищу. Альвин, ты что, совсем что ли? Альвин должен быть в руинах у деревни. Ох, Альвин. Хоть с треугольниками закончили, а то нахер надо. Таким заниматься, ведьмаке, но, блин, это ж пиздец. Юлиан и Альвин там. Ой, подожди, а чё? А, все нормально. Нормально, GPS что-то у меня перестроился. Это как надо идти, кстати? Типа, я иду прямо. Чисто прямо, вот по этой тропинке. И обойду вот эту вот горку, и там кто-то идет. Там кто-то идет, и еще их много. А, это Яга. Это Яга. Баба-баба-баба-яга. Ты не больно бьешь? Я вас убью, да? Ух ты, нихера у нее сиськи. Охренеть. Подожди. Какие-то вы все сисястые. Воу. Че, блядь, делаешь? Вы че? Вы что, совсем страх потеряли? Ну-ка, тяжело, могу? Могу, ну, блин. Они дамажат... Хорошо, так? Все. Одна баба-яга умерла. Сейчас, подожди. Можем вонзить? Или хотя... Нахер их... Пошли они в жопу. С ними драться. Зачем вообще я на них напал?
Только хп свои потерял. Блин, и мне эту, сука, вот сюда бы сейчас телепортировать, Гвинблейд. Которая якобы мне в том выпуске обещала, типа, вот. Я, если вот ты мне помог, я тебя буду постоянно резать. А когда это тебе будет необходимо, ну ты должен будешь приходить ко мне через 10 тысяч локаций, и только тогда я смогу это сделать. А в этом смысл полностью теряется, потому что мы можем переночевать около костра. Это абсолютно нелогично. Да. Ален, куда тебя занесло, а? У меня хп нет, как я буду драться? Сам Герд из Ривии. А ты стал знаменитостью в мире призрак. Альвин, отойди. Вызов духов может быть опасным. Я просто хотел владеть силой. Блять. Как Трис. Вообще-то я существо добродушное. Просто в последнее время мне очень одиноко. Я хотел бы оставить Альвина у себя. Будем играть. Нет, 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 так не пойдет. Оставь его в покое. Ты мне зубы заговариваешь. На него. Победитель получает мальчишку. У тебя нет никаких шансов, Мета. У тебя нет никаких шансов. Блять, я боюсь. Стой. У тебя нет никаких шансов. Какая уверенность. Я боюсь, сука. Я уже не хочу. Есть ли мне смысл с ним играть? Бля. А вдруг он реально сейчас? Сука, с призраком в кости я еще не играл. Так, и чё мне теперь? А вдруг у него сейчас коры будут по дефолту падать, а? Пара-пара, окей, играем дальше. Бля, деньги жалко, сука, у меня хп-то мало, я побоялся с ним драться. Давай, три. Каре и шестерок. Каре. Нет, не каре. Какое-то говно выпало. Геральт проиграл. Ах ты ж мразь. Бля. Ну-ка. Три пятерки. У меня сет, да? Сет и пара. Full house. Пас. Вы проиграли? Какого хера? Как я проиграл? Ты что, охренел? Я не мог проиграть. У меня full house был. Ты что творишь? Так, надо хоп на этот Квен. Стоп. Гнида. Блять. Слушай, меня вот такая хрень не нравится. Ой, как не нравится. Да. Да, именно. Я не планировал так закончить. Я еще даже не сохранялся. Иди ты в жопу. Я не успел сохраниться. Алло, Додик, не трогай меня. Я не хочу опять эти любовные треугольники проходить. Альфин, беги отсюда. Как-нибудь, может, убежим. Так, стоп. Сейчас мы от него уйдем подальше. Сидим рыбку. Да ты, Додик, блядь. Он догоняет в любом случае. Тут рыбку или что-либо жрать не получится. Если только брать и юзать Квен. Хотя нет. Да, ему, мне кажется, и на Квен похер. Ему на все похер. От него и убежать еще нельзя, походу, да? Бля, я не хочу назад смотреть. Я смотрю на тени, мне жутко. Пидор. Вонючий. Додик. Он уворачивается от моих атак. Я его не могу нормально ударить. Пиздец. Охуенно. Еще скала пендры пришла.
просто замечательно. Вот просто обожаю эту игру. Я ее люблю. Понятно. Эх, да. Да. Раз представился такой шанс, я сыграю против этого долбоеба еще раз. И у меня тут, что у меня выпало-то? Одна пара. Да, у меня одна пара выпала. О, у вас пара. Ну, давай. Мы повторяем предыдущий сценарий. Когда, вот смотри. И мне вот и всегда было интересно, эта хрень заскриптована или нет? Именно когда в сюжете это подают. И мне не выпало, опять же, ничего, кроме одной пары. А у него сейчас выпадет две пары, да? Да, я проиграл. Хорошо. Если сейчас у меня выпадет Full House, это просто пиздец будет. 3, 2, 3, 4, 2 пятерки. Две пары у меня. Че? А, нет, пара у меня? What? Я думал, две. Не так посмотрел, блин. Вопрос, а как у него могут быть деньги? Как мы с ним вообще на деньги можем играть? Это что за херня? Как, Карл? 1, 2, 6, 5, 5. Но тут безвыходно. Тут безвыходно, да. Две пары у него. Да? Ну давай, ублюдок. Раз такое дело. У меня хп сейчас будет побольше. Сейчас я тебя отымею. Только какого хера? Он уворачивается. Он какой-то... Он вообще какой-то странный. Я не знаю, даже как против него драться. Если только вот так зажимать. По-другому никак. Сука. От какого хера ты уворачиваешься? От моего нормального стиля и от тяжелого он тоже уворачивается. Сука. Он какой-то необычный такой. Да. Конечно, мы повторяем по прошлому сценарию, чё бы и нет. Он меня пиздит, я не могу вернуться, я в параличе, все это заебись. Очень круто, весело. Отлично. И надо что-то пить. Позволяет обнаружить невидимых противников. Любые воздействия других эликсиров. Бомба? А как? А как бомба? А это, типа, на него хоть как-то действует? Ну-ка, еще раз. Мне кажется, нет. Вообще нет. Ему насрать на это. Он непробиваемый. Белый мед. А, нет. Нет, наркотик точно не нужен. Рефлексы и скорость сердца увеличивают вероятность отразить удар или уклониться от него. Кошка. Ну, бля. Не знаю. Я, а какого хрена я два выпил? Блять. О, у меня все. Так, что это такое? Алло, Геральт? Почему все в слоумо? Сказали, будет быстро, а все в слоумо. Что за дичь? Пиздец, наркомания. Я ебал. И он даже так уворачивается от меня. Понимаешь, да? Ему вообще насрать. И как, по-твоему, тогда против него драться? Он уворачивается. И это ебаное слоумо. Пиздец. Да идите вы нахер своими эликсирами, какое-то говно. Пурга, блять. Позволяет обнаружить невидимую, блин. Все, пропади это говно тупое. Все, отлично. Какую-то хрень выпил, непонятно. Какой от него эффект был. Может, на тебя этот? Игни подействует. Я уже просто думаю, только он. Я, кстати, им давно не пользовался.
и тот скелет. Я только сейчас заметил. Я им давно не пользовался, наверное, последний раз в главе второй или первой даже. Как-то все ардом, ардом. Больше ничем. А, нет, вру. Я против голема. Им пользовался, сука. Блять. Он рофлит, понимаешь? А теперь он медленный стал. Я не знаю, эта игра просто так забагована. Тут хрен пойми, что как и должно работать. Эликсир, который написано, он должен увеличивать твою реакцию и все тому подобное. Он не увеличивает, он замедляет. Этот хрен бегал за мной быстро, а теперь он идет медленно. Типа, может, это и он из-за огня так стал ходить? Или в чем прикол? Почему ты стал медленный? Ты вот только что бегал. Да, походу он теперь будет медленно. Ну ладно. Мне даже так проще. Будем просто ходить. Хороводы. Водить, блять. Нет, не будем. Сука. Получи, гандон. Ух. Какая-то ёбнутая битва у нас не была. Геральт. Ух ты, с камерой, блин, был. Ты спас меня. Я ужасно испугался. Уже все в порядке, ты в безопасности. Я знаю. Что тебя привело в эти развалины? Отшельник сказал, что они волшебные. Трис говорила, что я когда-нибудь сам научусь колдовать. Мне нравится магия. Она тебе врала. Счастье никогда не бывает вечным. Никогда. Я не имел права подвергать вообще опасности никогда. Альвина. Саламандры не знают пощады, они ни перед чем не остановятся. Красиво нарисовано, кстати. Я не создан для роли отца. Картина маслом. Я ведьмак. Хотя временами я жалею. Отца. И тоскую. Чё-то... Хреново из нас отец получился. Хотели из него ведьмака еще сделать. Бля. Но зато у нас есть пиратцовский опыт. У меня есть для тебя подарок. Нравится этот двемеритовый амулет? Ожерелье для девчонок. Этот амулет магический. Он прекратит твои ночные кошмары. Я тоже ношу такой амулет. Амулет, как у тебя. Здорово. Ты хочешь жить с Алиной и Юлианом? Мне снится Алина. В моем сне очень жарко и тихо. Я вижу, как она танцует под лучами солнца. Идет по полю, ищет что-то. Она просит меня. Это просто сны, Алин. Не обращай на них внимания. Ведьмак, а ты не хотел жить с обычными людьми? Что с тобой? Ведьмаков создали для того, чтобы защищать таких людей. Простых, беззащитных, обычных. Альвин, надень ожерелье. Хойне, посмотри мне в глаза. И узри свою смерть. Это его, блин, сила пробудилась. Я не обязан с тобой разговаривать. Я не обязан тебя слушать. Ты же даже не человек. Альвин. Теперь ты понимаешь? Ты видишь необходимость действия любой ценой? Геральт, открой глаза, пойми. Альвин, ты чё? Альвин в безопасности, я могу заняться другими делами. Это типа после ожерелья он таким стал. Ебать, 200 ренов. Нужно предупредить Юлиана. Вау, пурга. Улучшает рефлексы скорости. Какой? Это пиздеж. Это пиздеж. Да? Да. До встречи. Да. А что делаем? Что делаем? Куда бежим, Альвин? А, Альвина я нашел в руинах у деревни. Прежде чем я дал ему амулет, он снова начал вещать. Надеюсь, амулет поможет ему справиться с его... со своими силами. Итак, я выполню поручение 30, теперь могу заняться другими делами. Блять. Опять любовный треугольник. Уверен, что смогу найти... Нет, зубы не надо. Мне нужно поговорить с Юлианом и со жрецом водяным. Бля. На ярком... Нужно предупредить Юлиана. О, да. Да, а мне нужно пекаря. Пекарь точно. В деревне пекарь же. Булку хлеба надо принести. Кости выглядят абсолютно мертвыми. Кости выглядят абсолютно мертвыми. А как кости могут выглядеть живыми? Геральт, ты хоть понял, что ты сказал? На секундочку.
Или ты уже заведьмачился? Кости выглядят абсолютно мертвыми, ну да. Ах, какими же мы им еще быть? Кстати, я что хотел проверить тут? Да, вот тебя хотел проверить. Вот это все забираю, вот это наше добро. Краснолюдский спирт. Сера. Коричневого Марса. Вызывает у противника кровотечение. Прикольно. А... это есть типа развалины? Вот это все, да? И там как бы ничего нет. Карта дальше не будет открываться. Это граница карты, и там волки ходят. Которые сейчас на меня нападут, наверное. Ну нет, я убегу. Неизвестное растение. Блин, это надо рецепты покупать, чтобы оно стало известным. Проход в поля. Нет, на поля не пойду. На поля рановато. На полях мы уже были. Там делать нечего. Сейчас, если я возьму тогда у пекаря хлеб, 5 буханок, и поговорю с Юлианом, мне, наверное, будет потом... надо будет вернуться к Беренгару, там, если меня отправят. И там посмотрим, что уже делать дальше. Заодно к водяному схожу. Рад тебя видеть. Что произошло? Алина отправилась погулять в поле и до сих пор не вернулась. О-о-о. Я с ума схожу от беспокойства. Геральт, помоги мне. Да ебись, хорошо, я поищу ее. Хорошо, я поищу ее. Благодарю. Сейчас она окажется в замке, да? Я обещал поискать Алину в поле. Алину в поле. Знахарки. А, ты меня отметил уже Алину, да? А, нет. Он пекаря до сих пор отмечает. Сначала к пекарю схожу, а потом уже пойдем в поле там искать Алину. Дальше разбираться с этой поеботой, которую они тут натворили. Это капец какой-то. Эльфы, треугольники, блин. Как долго это будет длиться? Непонятно. Вообще, зачем эта четвертая глава была нужна? Могли бы уж сразу к пятой перейти. Если тут движухи-то особо никакой нет. Да. Так, вот этот нам дом надо. Да, вот так вот как-нибудь. Обойдемся с его автоматом. Во, отлично. Сохранение игры, да, спасибо. А где хлеб? Ты даешь? Я вижу, тебя привел аромат свежевыпеченного хлеба. Да, да, именно можно он. Можно и так сказать. Посмотри на мой товар. Все из лучшей муки с примесью секретного ингредиента, который был подарен моей семье благодарной нимфой. Мне кое-что нужно. Мне кое-что нужно. Чем могу служить? А, у меня есть 2 царины, и мне нужно 5 караванов. Есть тайные ингредиенты? Ты знаешь, что делают ведьмаки? У меня есть 20 оринов, и мне нужно 5 караваев. Давай, 5. Ой, благородного господина злостно обманули. Хлеб стоит 5 оринов, а 5 караваев будут стоить 25 оринов. Ой, бля, наебщики. Клянусь честью бабушки. Наебщики, бля. Так, 5 за единицу. Ну, давай. Бля, 25 оринов, это ж так много. Теперь можно отнести хлеб Таруавиэль. А, кстати, мы можем и себе купить. Чё бы и нет. Аренчики позволяют. Главное, чтобы он не отдал весь хлеб этим. А то может, типа... принесла нелёгкая. По багу отдать им все 10, которые я еще купил дополнительно. Чем могу... так, есть тайные, другие тайные ингредиенты? Есть другие тайные ингредиенты. Увы, хоть я и знаю один рецепт, я не могу его опробовать. Что за рецепт? Не могу сказать. Мне понадобится белый мед, только я не знаю, что это. А, ты знаешь, что делают ведьмаки? Ты знаешь, что делают ведьмаки? Это все знают, даже мелюзга. Ведьмаки, они колдуны, только чуть похуже. Похуже? Похуже. Ага, потому что у них яйца отсыхают. А, пожалуй, я пойду. Да. Что? Пока мы у тебя не треснули. У тебя такой в семье? Мои соболезнования, вот уж несчастье. Бля, вот это ты заморил. И, сука, у тебя тут на халяву 4 буханки хлеба было. Я мог бы пиздануть их и все.
сука. Ой, сука. О, блин, надо было сразу тебе их стащить. Чем? Да. В принципе, да, у него нечего брать. А, ладно. Тогда идем дальше. Такс. Че, идем дальше? Дальше. А как мы пойдем? Мы можем сейчас пойти проход к берегу, дорогу в таверне. Нет, нам надо сейчас идти в поля. Поля, где поля? Я обещал поискать Элину в поле. Да, так, а дверь? Чё? Я типа могу туда зайти? Серьезно? А зачем дверь так стоять, если я туда не могу зайти? А показывайте, что я могу туда зайти, че за бред? Зачем меня дразнить? Суки, а? Противные какие. Так. Перед этим. Вот тут еще какие-то проход дом Салтыса. О, Салтыс, что-то такое помню, да. К нему, по-моему, мне не надо заходить. Или хотя могу к нему зайти. К этому Салтысу. Я у него просто не был. Салтыс, где твоя хата? А вот, дом, дверь в дом Салтыса. А, нет, это Адама. Это Адама, хижина Адама. Ну-ка, Адам, просыпайся. Да. Пока. Пока. А у тебя тут поспать нельзя, да? О, книжка, сказки и предания. Баллады. Бля, места нет. Плохо. А тебе можно что-нибудь положить? Сахарная куколка. Блин. Нет. Сука, ну придется тогда... Тогда что придется? Выпить спирт из махакана? Одна срать. Для эликсира. Ой, ебать, меня ёбнуло. Ху-ху. Вот эту книжку захотел почитать. Меня с первого раза ёбнуло просто. Уж осень зиму ветром. Кличет слова, теряет смысл и звук. И бриллианты слез и ресничек дождинками спадает вдруг. Да. Информативно для меня, конечно. Выбросить нахер. А прочитать я не смог бы в этом. У него инвентаре только у себя. Сказки, предания Флоренс Дани. И сказала... Чё? И сказала о гадалке ведьмаку. Вот тебе мой ответ. Обуй ботинки с подошвами железными. Возьми в руку посох железный и в тех же железных ботинках на край света. А дорогу перед собой посохом... шуповой и слезой кровавой. Иди сквозь огонь в воду. Не останавливайся, не оглядывайся. А когда сотрутся подошвы железные и затрутся посох железный, когда вот ветра и жары высохнут, очи твои так, что более ни одна слеза из них истечь не сможет. Когда на краю света найдешь ты, что ищешь и что и любишь, может быть. И пошел ведьмак сквозь огонь и воду, и не оглядывался. Но не взял ни башмаков железных, ни посоха, а взял только свой меч ведьмачий. Не послушался он слов гадалки, и хорошо сделал, ибо была это плохая гадалка. Плохая. Очень плохая гадалка. Можно мне что-нибудь выпить, чтобы это нейтрализовать? Я не хочу пьяный ходить. Кошка. Бля. Вообще я могу тебя добить, чтобы... А хотя нет, он потом все равно будет пьяный. Бутылка с водой. Ну, воду пей. Вода должна в теории помочь отрезветь. Я так думаю. Может и нет. А хотя у нас есть свой универсальный способ. Короче, берем, достаем меч и бежим. Да. И нам алкоголь нипочем. Мы тупо бежим. Сколько мы бы там, блин, литров водки не выпили, нам вообще насрать. Мы бессмертные, ёпта. Так, главное теперь тут не заблудиться. Не заблудиться, да. Такая скучная глава, просто капец. Даже неинтересная, вообще не на сколечку. Предыдущая была гораздо такая прикольнее. Ну, может, это только разогрев, в принципе. Потом нас отправят в зиму, где будет еще что-нибудь такое, блин, крутое. Веселое, интересное, пока что. Геральт, ты меня расстраиваешь.
Наверное, самое интересное, что тут пока было в этой главе, это вот приход Беренгара. И все. Остальное как-то, ну, такое себе. Да, я пьяна, конечно, Альф. Здорово. Геральт! Геральт! Мне приснилось, что я ведьмак. Я дрался с этим страшным чудовищем и совсем его не боялся. Это был всего лишь сон, Альвин. Кроме того, только дураки не знают страха. Да. Неправда. Вон Беренгар у нас трус. Я слышал, как в деревне говорили, что он боится убить какую-то огромную рыбу. Так в деревне говорят. О, а ты нет. Вот это компромат. Я хочу стать ведьмаком. Думаешь, быть ведьмаком весело? Конечно. Таким, как ты, а не таким, как Беренгар. Ну ладно. Ведьмаки такие храбрые. Таким, как я, можно. Никогда не болеют. Они сильные и ничего не боятся. Мы действительно никогда не болеем, но это очень дорого нам стоит. Более того, мы испытываем боль. Настолько сильную, что ты представить себе не можешь. Ты же не хочешь, чтобы тебе было больно. Во-первых, неправда, что ведьмаки ничего не боятся. А во-вторых, ты не сможешь... Чего ты не сможешь, потому что сейчас не осталось никого, кто может провести полный процесс мутации. Разве ты не хочешь стать рыцарем? Они же тоже храбрые, носят отличные доспехи. Давай второй. Во-первых, неправда, что ведьмаки ничего не боятся, а во-вторых, ты не сможешь, потому что сейчас не осталось никого, кто может провести полный процесс мутации. О, Матерзеем, кстати, по-моему. Никого? Да. Вообще никого? Кроме Саламандр. Жаль. Было бы здорово. К сожалению, это невозможно, Альвин. Ты плохая ошибка. Плохая идея. Как? Ну ты жалко, ты не представляешь. Привет, Геральт. В этих полях так интересно играть. А жерелье все еще у тебя? Я его все время ношу, как ведьмаки. У тебя все еще бывают кошмары? Когда я сплю днем, нет. Но ночью мне снятся странные сны. Можно мне про них не рассказывать. Мне снится Алина. В моем сне очень жарко и тихо. Я вижу, как она танцует под лучами солнца. Идет по полю, ищет что-то. Она просит меня. Это просто сны, Альвин. Не обращай на них внимания. Альвин, чё? Я сказал Альвину, что теперь стать ведьмаком невозможно, потому что никому проводить мутации. И сна Альвина следует, что я должен искать Алину днем. Бля. Бля. Да? Бля. До встречи. Сука, мне нужен костер. Срочно нужен костер. Вот у меня было подозрение. Чё, малинник? Вместо силы? А. У меня были подозрения, что я не смогу ночью тут никого искать. Сука. Надо помедитировать. Надо срочно помедитировать где-нибудь. Я помню, что здесь... Было прям вот кучка костров, да, вот один из них, кстати, хорошо. Прям как по заказу. Около этого замка. Чё? Медитируем? И тут даже вон этот. Типа есть. Для ночлега. Как она называется? Не палатка это, блядь. Ну ты понял, да. Ну типа матраса, но это не матрас. А может и матрас? Привет, Геральт! Привет, парень. Как ты сюда попал? Не скажу. А можно мне с тобой? Можно. Но чуть что случится, беги. Прям в замок. То есть мы пойдем в замок. Это ж круто, да? Че за скримеры опять? Алло? В прошлом выпуске я здесь ходил. Тут какие-то страшные звуки. Мне это немножко пугает. Я еще играю ночью. Это не очень-то и хорошо. Слушай, я... Правильно иду? Это надо ломать? Чего? Там кто-то был внизу, я его видел. Сука, кто там прячется? Бля, я не успеваю прочитать, что там написано. Ну там кто-то определенно есть. Воу! Нихера! Это кто такая? Оп, чего? Блин, у нее текст слишком маленький, я не могу. Игра слишком яркая. Правильно прочитать. Полуденница или чего? Да, полуденница. Лол. Какими ты, блин, тут судьбами? Все? Давай обыщем тебе.
Можно, да? Разрешаешь? Так, эктоплазма. А смысл этого замка? Если я даже в него зайти не могу, алло. Что тут за прикол творятся? Замок, значит, он должен, но он стоит, чтобы в него войти. Это же логично. А, наверное, вход как-нибудь там с другой стороны. Нас вообще почему-то на крышу привели. Ласточки на зелье, кстати, мне надо. Мне его очень много надо. Чтобы это, хипешки устанавливать. Не, по-моему, его мало, либо вообще нет. Так, малина. О, давай ласточки наберем. Не стесняемся, малиночку тоже за одним. Так, ягодчатый мертв. Старое дерево. А где Алина? Я же на месте. Подожди. А, окей. Почему-то она не активировалась сразу. Опять полуденница? Че это не исполняет? Че за стриптиз, блин, дешевый? Со мной поговорить хочешь? А это Алина? Это Алина? Рилли? Я собрала в платок прекрасную сочную малину для своего возлюбленного. Ты не видел мой платок, странник? Я его потеряла. Не понял. Я скоро выйду замуж, но мне нужно в последний раз... Да, это Алина, походу. Он огорчится, если я не принесу ему малину. Любовь — это страдание, боль, что пронзает мою душу, как копье. Где мой возлюбленный? Приходи, отдохни под солнцем. А, дорогая моя сестрица, да, походу, я столько раз тебе говорила, выплакивалась на твоем плече. Почему? Её заколдовали? Почему? Почему мне так холодно? Потому что ты мертва, Алина. Бля. Ее убили, походу. Но... Пиздец. Я должен рассказать Юлиану о том, что Алина стала полуденницей. Все. А из-за чего она такой стала? Я в этом не виноват? Типа, есть такая вероятность, что когда я сказал, что Алине, что ее сестра вот там завидует тебе, вся херня, и поэтому она такая стала... Ну, блядь, ну это же бред будет. Или хотя... И получается, все могло обстоять так. Я ей сказал, что вот твоя сестрица, на тебе заедутся фигня. Она расстроилась и убежала от жениха в депрессии. А это Адам и это... Как ее там? Ее сестра, вот это ты да. Ты убила мою возлюбленную Алину! Я не хотела! Ты всегда ей завидовала! Умри, убийца! Охуенно. Даже мстить не надо. Еще одна полуденница, вы серьезно? Вы тут все будете полуденцами становиться? Когда вас убивают? Ведьмак, ты слышишь меня? Ты не человек и не призрак. Смертный, которого преследует смерть. Кто ты такая? Проклятая душа, обреченная вечно скитаться по миру. А, то есть она даже не человек кто была. Кто проклял тебя? Я сама, когда убила собственную сестру Алину из ревности. А, окей. Селина? Любовь и солнце не для меня. Оно так жжет. Каждую ночь я пою свою печальную песню. А. Юлиан должен узнать о смерти Алины. Ведьмак, ты слышишь меня? Вот это поворот. Ты не человек и не призрак. Смерть... Подожди, то же самое говорит? Душа... Кто проклят? Я... Да, то же самое сказала. А тебя убить нельзя? Полуденница. Да, получается, все-таки... Отчасти я виноват. Если бы я... не переспал бы с ней...
либо не сказал бы Алине в том, что вот твоя сестра такая мразь, то все бы, наверное, закончилось хорошо. Наверное. Это не точно. А так, сейчас еще этот, наверное, жених такой: бля, как Алина могла умереть? И вздернется, и все. Какая-то не очень-то красивая история получается. Я еще одну полуденицу вижу. Одно. Две. Серьезно? Не, вот это страшно. Это дефолтные. Это просто какие-то левые. Это уже не люди. Это уже не сюжетные люди. Поэтому насрать. Давай уходим в деревню. Обрадуем жениха. Сестрицы нет. И жены нет. Да, остались лишь мужики. Да? Спрячь свой кинжал. Она убила Алину! Мою Алину! Я ее больше никогда не увижу! Что мне делать? Селина убила свою сестру? Она призналась. Они ссорились, и Селина толкнула Алину. Моя возлюбленная ударилась головой о камень. Это слишком ужасно. Несчастный случай. Селина сказала мне, что-то на меня нашло, и... Селина завидовала Алине. Она ревновала ее к Юлиану и к его богатству. Она заслужила кару. Алина не умерла. Она превратилась в полуденицу. Это разве не одно и то же? Какой ужас! Я должен ей помочь. Только не надо. Так мы ее уже убили. Мы полуденицу уже убили. Я должен сказать Юлиану, что Алина убила ее сестра, которая тоже полуденицей стала. Бля, ну ты не отчаивайся, да? Адам, ты неважно выглядишь. Адам, ты неважно выглядишь. А как мне выглядеть? Моя возлюбленная летает по полям и пугает людей. Как мне выглядеть? Я убил женщину, и я полное ничтожество. Я несчастный. Ты прав, прости. Ну ладно, чувак, удачи там тебе. Я бы на твоем месте бы забыл бы про нее, там женщин миллион других. Смог бы он другую найти, я уверен. У них вон какая-то деревня большая. Ассортимент большой. Ну правда, теперь Алин остался. Можно ли это называть сиротой, я даже не знаю. Но у него бы хотя бы, наверное, было бы крыша над головой. А теперь все провалилось. Теперь он станет ведьмаком. Забавно. История страшная, но забавно за этим наблюдать. Так, гость на свадьбе. Странно, что говор у тебя не рифский. А чья свадьба? Че вы тут за... Блин. Да? Да. Вижу, что ты любишь играть. Вижу, что ты любишь играть. Мягко говоря, я без ума от азартных игр. Женщины-игроки – редкое явление. Ну, давай сыграем. Мужчины, любопытствующие, словно женщины. Прости, но если ты не собираешься играть, то ты просто тратишь мое время. Ну, давай сыграем. Че у нас? Начать игру? Давай двоечку лучше поставим, раз ты такая типа сильная. Надо твою силу проверить. Так, и мне выпало два. Так, пара. Есть, пара есть. 4, 5, 3. 3, 4, 5. Пара, пара. Пара на пару. И будем бросать три кости. Тут выбор очевиден, мне кажется. Так, и выпало ни хрена. Хорошо. Очень хорошо. А ей выпало. А я выиграл еще. Хорошо, ладно. Мне повезло как-то. Видимо, у нее вообще все было плохо. 6-1. Так, 4. 1 четверка. Две пары. Хорошо. Троечку. Ну, троечку давай, да. И тут все надежды на то, что у меня за место шестерки выпадет. Ни хрена мне не выпадет. А вот ей выпадет что-нибудь. У нее пара есть. Да, я проиграл. Весело. Только как я проиграл? Я не понял. Так, шестерка. Две пары. Опять же две пары. Что за сценарий тупой у вас тут постоянно? Две пары. Бля, почему я постоянно бросаю кости первой?
Я, например, не хочу сейчас первого бросать. Я бы у нее посмотрел, как она бросит. А потом бы уже бросил сам. Так, 4. Бля, нет, это говно. Это говно. Так, она, все, я запомню, что она делает. А, я еще выиграл. Заебись. Лол, я ее еще и обыграл. Я думал, проиграл. Вот это мне повезло. А почему Геральту не засчитали задание, что я типа вот она сильный противник, вся херня? Геральт? Так. Что? Так, это мы уже спрашивали, вот только третий не спрашивали. Ничего не имею против убийства людей. Ну-ка. А ты изменился. К худшему. Спасибо, что испортил мне день. И не благодари, да. Юлиан. Геральт? Я должен был найти Алину? Я должен был найти Алину. Ты ее нашел? Да. Не в том состоянии. Чудесно, с ней все в порядке? Ага. Лучше присядь и выпей чего-нибудь. Выпей чего-нибудь. Она превратилась в полуденницу, в демона. Мертва? Я понимаю, что это очень тяжело. Он хуел. Мы не можем оставить все как есть. На поле начнут гибнуть люди, если я чего-нибудь не сделаю. Ясно. Сделай все, что сможешь. Я заплачу. Серебряного гроша будет маловато. Да. Сделай все, нам что надо косарь нужно, аренов. Ведьмак. И если можно, постарайся, чтобы все прошло быстро и безболезненно. Постараюсь не забыть. Знаешь, я верю в разум, а не в богов. Но я молился Мелителе, чтобы встретиться с Алиной. У меня были плохие предчувствия, но я отгонял их. Думаю, мне нужно еще время, чтобы смириться с мыслью о смерти Алины. Геральт, как это случилось? Ее убила Селина. Возможно, случайно. Селина тоже мертва. Как? А, ну, ее убил Адам. Он любил Алину, потерял над собой контроль и убил Селину. Как погибла Селина? Точно сказать не могу, но она тоже превратилась в демона. Ее убил Адам. Он любил Алину, потерял над собой контроль и убил Селину. О, боги, это ужасно! Сколько боли и страданий. Разве они заслужили все это? Геральт, пожалуйста, помоги им. Я прослежу, чтобы Адама арестовали. Он должен ответить за свое преступление. Я сделаю все возможное, чтобы души сестер навсегда обрели покой. Ох, Адам, что-то у тебя будущее такое себе обеспечил. Я должен найти способ освободить призрак Алины, чтобы поговорить с кем-то, да. Ну, мы подставили Адама. Ну, мне на него насрать, в принципе. Нужно поговорить с кем-то, кто разбирается в проклятиях. Женщины! Бля, а, это же Абигайл. Абигайл, точно, она же шарит в этом, во. Ну-ка, чё? Поговорим позже. Да. У него интересная такая логика. Получается, если бы мы бы ему не сказали, кто убил Алину, а точнее Селину, вот ее сестру, он бы, наверное, сам бы пошел бы и убил Селину. Не к добру в отместку. Это. У меня спина ноет, но не тут. Да, да, молодец. Так, а где знахарка? Ты знахарка? Ты же знахарка, да? Абигайл. Чего ты хочешь? Мне нужна твоя помощь. Мне нужна твоя помощь по духовному вопросу. Можешь мне довериться. Я не знаю, как отослать дух Алины в иной мир. Алина была пустой идиоткой, погруженной в себя. Ей досталось редкое и могучее зеркало Нихалены, которое когда-то служило пророком и оракулом, так как оно хоть и заумно, но безошибочно предсказывало будущее. Алина часто обращалась к зеркалу. С вопросом «Яль на свете всех милее?» Я знаю, что зеркала Нихалены бывают двух видов – вежливые и разбитые. Зеркало Алины было разбито. Если ты восстановишь его и покажешь Алине, проклятие может развеяться. Спасибо. Так, я должен найти на поле осколки зеркала Алины. Алины? Блин. Это будет просто или нет? Как он поймет, в какой именно части поля... Не к добру это. Да, это не к добру. В какой именно части поля он их будет искать? Так, территория. Подожди. Подожди, мне нужен GPS. Отменить, показать.
А почему ты так показываешь? Ну, чё уставились? Чё за херня? Алло. Почему ты мне показываешь карту мира? Чё, я совсем чё-чё? Я чуть не понял. Поля, блядь. Ты как мне? Вот, проход в поля. Ну, вот так нормально. Чё-то тут GPS в последнее время. Он еще начал лагать на квесте с этими, блин, эльфами, где их якобы надо было убить, но он мне не отмечал, что их надо убить. И сейчас что-то лагает. Что-то игра ломается все сильнее-сильнее, ближе к концу. Да. Так. Адам. Адам. Что теперь Адам? Адам, интересно, сбежит от них или нет? Он же, по-моему, тоже на поле пошел. Так. Зеркало Алины, зеркало. Бля, да, что так много? Что так много зеркала Алины? Склеп. Кстати, склеп. Там доспехи. Я должен буду в склеп сходить. Так, полуденница что-то, да, там. А, вот для чего они, видимо, сделали подъем. Все понятно. Сейчас. Сейчас, подожди, подожди. Мы поднимемся туда. Только не бушуй. Кто там на меня напал? Что за обезьянка? Я же правильно понимаю, меня вот... Так. Так, 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 да, да. Ты Алина? Сука. Нет. Походу мне придется ко всем подходить. Полуденница невест. Сука. Блин, а от этой атаки она уворачивается? От тяжелого стиля она только... Хотя вот так вот казнить ее и все. Да. Круто. Давай. Забирай, забирай. А. Чё? Я уже не хочу. Альвин? Ты что тут делаешь, алло? Ты что, дебил, что ли? Я тебя не звал вообще-то. Я уже не хочу. Охренеть. Ты кого ты сюда привел? Пиздец, вот ты додик. Ой, ты додик. А чё это я не могу атаковать? Ты чё, дура? Всё, падай, молодец. Только... Да. Осколок зеркала Лины. Небольшой осколок разбитого зеркала. Да? До встречи. Пиздец. Вот это тебе, блин. Нахрен ты сюда вообще пришел? Дебил. Ходит что-то по полю. Тут насрать, что полуденницы. Всякие монстры ходят. Опасности. Пищи пуфигу. Он ничего не боится. Бесстрашный пацан. Ему не надо быть ведьмаком, потому что у него, блин, смелости больше, чем у меня. Чем у ведьмака, блин. Я-то тут боюсь. Вот да, вот особенно вас со всеми тут драться, а он-то вообще насрать. Бессмертный. Бля, тут надо. Тут надо как-то собраться, надо. Надо. Еще полуденца, а вот это нам и нужно, полуденца, да? Блин, тяжелым был вот, да, вот само то. И казнить вообще тебя, че я помню. Новый уровень, войдите в режим медитации для распределения талантов. Сука. Ой, Альвин, ты меня подставляешь, да, я так понимаю? Помоги мне, помоги! Да, помоги. Я тебе принес лишнюю бабу, которая мне нафиг не всралась. Помоги мне. Сука. Он вроде и смелый одновременно, вроде и конченый трус. Ходит тут по полю вообще. Я не знаю, блин, как у себя дома. По хате. А чуть как что, помоги мне, помоги.
Придется за тебя медитировать. Надо навыки прокачать. Так, что я могу сделать? Что я могу? Смертельный удар, повреждение плюс 30. О, полностью, да, типа? Заебись. А, и мне останется только по... Патинада действует только, если патинник под влиянием воспламенения. А, я не могу это прокачать. Блин. Необходим бронзовый талант или что? Опытный ведьмак, кстати, да. Мы опытный ведьмак. А, сила. Сила нет. Так, ловкость. Отражение удара плюс 10. Открывает доступ ко всем приемам рукопашного боя. Вау. Вот это подгон. Точный удар. Повреждение плюс 25. Пируэт. Групповой. Ну, групповой, да, в принципе. Че бы и нет. А мы будем медитировать чуть меньше суток. Как раз ХП восстановим. И пойдем дальше искать эти тупые осколки. Так, это... А, я здесь еще даже не обыскал. Окей, так. Где она? Во. Так, вот. Круг друидов. Чё? Чё за круг друидов? Тут друиды есть? Чё? Почему я про это только сейчас узнал? Их вроде бы не было на карте. Либо там круг друидов, но без друидов. И он открылся тогда, когда я его проходил случайно. Вот где-то вот здесь, да. Ну-ка, я держу альт, но я не вижу. Свеча друидов? А, ну да, это круг. Круг друидов без друидов, все понятно. Заебись. Ну-ка, полуденица, кстати. Как это тебе будет, Игни? Я походу промазал, окей. Я опять промазал. Значит, никак, у нее иммунитет. Скорее всего. Блин. Я мог бы ее уже, по сути, если бы арт использовал, что там бы уже. Пиздец, вот это логика. Так, все. Нет. Что тебе в дары давать? Нет у меня ничего, чтобы тебе давать. Отдыхай. Зеркало Алины, бля. А может быть в склеп зайдем? Типа, чё бы и нет. Можно будет зайти сейчас. Вот это вот зеркало возьму, получается, кусочек. Зайду в склеп. Мне же Беренгар говорил, там какие-то части доспехов искать. Отшельник. Вот на новую территорию. Это луга отшельника. Что за отшельник? Я старею. Здорово. Чем могу помочь? Ведьмак может чем-то тебе помочь? Ведьмак может чем-то тебе помочь. У меня есть проблема, которую я не могу Какая решить. Какая, говори. Чем я могу помочь? Неподалеку расположено кольцо друидов. Я уже оттуда пришел. А в нем статуя богини. А ты, видимо, есть друид. Это место лучится силой и привлекает туда множество опасных созданий. Неудивительно. Дикая охота начала недавно посещать кольцо. Вот и про дикую охоту Ее заговорили. Король надеется привлечь души воинов, которые покоятся в курганах рядом с моей хижиной. Я уже имел дело с охотой. Чем я могу тебе помочь? Да ладно. Я хочу, чтобы ты убил 9 призраков. 9 — священное число для друидов. Возможно, появление ведьмака на время отгонит короля охоты. В награду я дам тебе книгу о вампирах, подарю один из домиков или отдам венок из бессмертника. Конечно, я возьмусь.
Помни, король охоты — опасный противник, и ни один смертный, даже ты, не сможет сразить его. В таком случае, как же мне сражаться с ним? Найди корень мандрагоры около курганов возле моей хижины. Он поможет сдержать короля охоты. Просто зажги свечу, которая стоит внутри круга, и окропи пламя мандрагорой. Надеюсь, это поможет. Вот, минуточку, как он может про дикую охоту, если он потерял память? Я собрал корни мандрагоры, кстати, да, когда я успел. Корни мандрагоры помогут мне избавить круг друидов от этой вот херни. Чем? А, напомни мне так, нет, второе. Да, я кое о чем тебя хочу спросить. В чем дело? Бля, нифига ты информатор. Кто лежит под курганами, которые стоят возле твоего жилья? Кто лежит под курганами, которые стоят возле твоего жилья? Это могилы рыцарей, которые умерли в служении владычицы за много веков. Гавандер защищал ее честь против рыцаря Черного Черепа. Элеверер погиб у подножья ее алтаря в сражении с водной тварью. Могила Борса символическая, поскольку он не вернулся из святого странствия. Последний курган — это Рейнард. Обычный трактирщик, который не разрешал посетителям писать в озеро. Ты ухаживаешь за курганами, а кто лежит под пятым курганом? А кто лежит под пятым курганом? Последний курган пуст и ожидает своего героя. То есть тебя, да? Ну-ка. Кто лежит под курганом? Это... Ты ухаживаешь за курганами. Так я служу владычице. Ее сила велика подле курганов, и иногда по ночам можно поговорить с избранниками владычицы. От них я набираюсь мудрости и познаний о делах минувших. Да ты вообще умница. Кто такая владычица озера? Кто такая владычица озера? Хоть я и служу ей, она остается для меня загадкой. Я знаю, что она богиня. Временами я вижу ее облаченной в белое, грядущей через утренний туман, ступающей босыми ногами по росистой траве. Она тебе нравится? Я люблю ее. Она богиня. Я верю, что владычица не из этого мира. Таинственным образом она влияет на все окрестности, защищая живущих тут людей, даруя им изобилие. Но ее влияние незаметно, и она никогда не демонстрирует свою силу. Интересно. Чем могу помочь? Очень, очень, очень интересно. Да, я кое о чем тебя хочу. В чем дело? Да, я хочу еще вот это спросить. Ну, надо ли оно мне? Ну, я думаю, надо. Я слышал, что ты хорошо знаешь легенду о Святом Граале. Кстати, это то, что нам нужно. Я слышал, что ты хорошо знаешь легенду о Святом Граале. Ты ищешь Святой Грааль? Возможно. Сперва мы должны поговорить. Ты должен знать, что легенда о Святом Граале изучалась много веков. Ее интерпретировали и так, и этак. Уверен, что ты можешь подбить для меня итоги. Ключевые факты о самом Граале. Скажем, три теории. Говорю же, их сотни. Но хорошо, три так три. Классическая теория, которую я полагаю более истинной. Теория заговора. И, наконец, самая загадочная философская или мистическая теория. О какой рассказать? Расскажи мне классическую. Хороший выбор. Хороший, очень хороший. Грааль — это чаша, могущественный магический артефакт, значение которого неизмеримо даже для самых могущественных чародеев. Чаша обладает силой исцелять все недуги, отравы и раны. И боль обратится в силу. Одна из версий также гласит, что в руках истинного правителя Грааль может исцелять всю его страну и защищать ее обитателей от опасностей, чудовищ, катаклизмов и так далее. Звучит похоже на баллады Лютика. Не хватает только любовной истории.
тот, кто изопьет из этой чудесной чаши, исцелится, окрепнет, обретет просветление и постигнет истину. Да, что ты говоришь? Первое меня не интересует. Перейдем к теории заговора. Че, продолжай? Продолжай. Рыцари веками искали Грааль, но ни один не смог его найти. Даже благородный Лансел и храбрый Борс не справились с этим поиском. Я слыхал, что даже великий магистр Ордена Пылающей Розы интересовался волшебной чашей. Есть какие-нибудь конкретные указания? К сожалению, я знаю только то, что почерпнул из книг. Ай, ходячая энциклопедия, расскажи мне теорию заговора. Бля. Расскажи теорию заговора. Пиздец. Ее распространил некий Дэн Коричневый. Он начал с того, что выдвинул хитро закрученную теорию о происхождении самого слова Грааль. С трудом продравшись через несколько страниц его книги, мы узнаем о том, что это на самом деле Сангреаль, что на старшем наречии обозначает королевская или священная кровь. Затем, привлекая огромное количество сомнительнейших аргументов, Дэн Коричневый приходит к выводу о том, что Грааль — это на самом деле потомки пророка Лебёды. Лебёды. Эти потомки, одаренные в магическом смысле, были скрыты от мира и охранялись членами особой тайной организации, прежде чем они раньше срока не вышли наружу и не смешали свою кровь с Айнсейдхе, кровью ведающих. Теория пытается представить бурную и извилистую историю Сангреаля, но автор сам теряется в своих доводах и часто противоречит сам себе. В общем, все превращается в полную белиберду. Хватит генеалогии и генетики. Чует мое сердце, это ложный путь. Какую теорию мне пересказать теперь? Я бы на самом деле закончил, но давай еще вот философскую мы не спрашивали. Расскажи о философско-мистической теории. Это непросто. Но общее положение таковы. Грааль — это идея, общая концепция добра. Поиск Грааля — это не что иное, как обычное стремление к совершенству, поиск идеала. Любопытно. Грааль лишен какой-то конкретной формы или образа. Он разный для всех. Это может быть предмет, идея или открытие. Это может быть даже поиск правды о самом себе. Эта теория гласит, что поиск святого Грааля — это цель сама по себе. Результат уже не так важен. На что ты намекаешь? Я служу владычице, и я прозорливее, чем ты думаешь. Я знаю, что ты вернулся в мир живых из смерти, вероятно, в поисках чего-то. Но это не мое дело. Но помни одну вещь. Какую? Какую? В конце твоего странствия Грааль может оказаться совсем не тем, что ты вначале ожидал найти. Ну ладно. Спасибо тебе и прощай. У тебя там что-то еще было? Да фига, я тебя расспросил, ходячая энциклопедия. Да, я... В чем... Бля, слышал, что ты хорошо знаешь легенды о Святом Граале. Что ты знаешь о Дикой Охоте? Что ты знаешь о Дикой Охоте? Круто. Это группа безумных призраков, которые скачут по небесам в поисках душ, подобных им. Они чувствительны к магии, особенно ритуальной. Это все, что мне известно. А все, да, типа? Да, я кое о чем тебя хочу спросить. В чем... Так, а что делает венок из бессмертника? Что делает венок из бессмертника? Тебе он может пригодиться. Круто. Да, я кое о чем... В чем... Офигенно ответил. Почему владычица озера так скептично настроена в отношении поисков Грааля? Многие прекрасные рыцари отправились на поиски Грааля, отвергнув свою роль хранителей мира и справедливости под водительством короля рыбака и владычицы озера. Теперь король рыбак онемел, а рыцари все ушли. Я думаю, что владычице очень одиноко. Но она же богиня. Одинокая богиня. Богиня. Ты даже не представляешь, насколько одинокая. Думаешь, богиня не может быть одинокой? Боги же создали нас по своему образу и подобию. О, все, надеюсь, да? Подождите.
Что-то я тут еще не спросил. Ты должен знать. Так. Расскажи. Звучит тот. Это типа. Ее распространил некий. Так, да. Все понял. Хорош чат. Звучит тот. Короче, мне мой. Расскажи. Стой. Да, молодец, все. Спасибо. Мне мой внутренний перфекционизм не позволил просто так взять и уйти и не услышать все его диалоги. Хоть они были ужасно нудными и долгими. Курган. Че, могу что-то взять? Корень мандрагор. А че, я буду свой, что ли, давать? Я у тебя заберу. Че это, я должен свой давать? Охренел, что ли? Пошел ты нахер. Дверь. Тебе на хату зайдем, че там? Посмотрим. Че, похавать может есть? Что-то ценное. Бочка. Книжка «Старшая кровь». Мы это уже читали. Не надо нам это уже читать. Ой, ну что-то да, тут Геральт начал говорить про дикую охоту что-то. Когда он сам вообще не помнит, кто он и что он. Какая нахер дикая охота? Он вроде как про это не должен помнить. Вообще никак. И вон, кстати, да, та полуденница, у которой осколки зеркала. Сейчас. Можно было бы тебе шотнуть? Было просто бы охеренно. Сука, уворачивается. Ее хрен пойми. Ей тут тяжелый стиль нормально на нее идет, то она от него уворачивается. Капец какой-то. Так. А курганы, костер. А вот склеп. Может, по дорожке в склеп все-таки. Я попаду в него живи, да? Он вот должен быть за этой горкой. Где-то вот ориентировочно здесь. Вот, да, вот. Мне кажется, что-то держит. Вот. А, я уже прошел. Дверь, кстати, да, вот. Правильно? Да, все окей. Сейчас зайдем, исследуем и заберем там все наше добро. Только. Ой, блядь, ты че так пугаешь? Я, конечно, понимаю, что это склеп. Но я хотел сохраниться. А ты мне даже не дал сохраниться, мразь. Сука. Надо быть аккуратным. Не ломать стену, потому что там могут еще выбежать. Все, молодец. Молодец, Геральт, молодец. Да, Альпа. Давай вот. Вот куда-нибудь вот сюда. Пустые ячейки. И съедим кошечку. Выпьем, точнее. Кошка. Так, теперь еще я вам, наверное, чем-нибудь смажу свои клинки. У меня же что-то есть. Повышает наносимое повреждение на 40%. Да. Ух, ща вы у меня запоете. Останки. Я что, не могу? Почему не могу, алло? А, это все из-за этих. Короче, ребят, у меня тут, ну, как всегда, неожиданно вдруг решил вылететь ведьмак. И мне пришлось, да, перезаходить в игру. Благо, я сохранился вот прямо. Я вот знал, что если я войду в склеп, то по-любому надо будет сохраниться. А хотя, по-моему, игра даже за меня сохранилась, когда заходишь в новую локацию. Ну, она на самом деле у меня так частенько вылетает. Но в выпуске этого просто нет. А вот сейчас как-то оно так нежданчиком вдруг решило, да, вылетело. Прям самый такой интересный момент, когда мы тут пиздимся с альбами. Падай уже. Вообще, давайте я казню. Да. Короче, смотрим, что у нас по карте. Карту можно, да?
Пожалуйста, карту, карту. Открывай карту, Геральт. Нормальную карту, территории, вот. Ага, у нас тут склеп, видимо, вообще большой. Эту к стенке прижала. Окей, ну валяйся около стенки. А мы чё, новую территорию зал. Подожди, чё? А, какой буль. Ну-ка, я тебя могу казнить, да? Ох, заебись. Вот всех, это какие-то центавры? Да, Альгули центавр какой-то, это, видимо, его... Цеметавр, а, это его старший братишка, ну-ка. Можно вас как-то двоих сейчас вот так вот? Стой. Да, вот так вот. Чтобы сразу, да. А вот этого я не смог опрокинуть. Ордом, нифига. Он какой-то вообще жесткий. Он прям ебашит. Бля, я еще не тот меч достал. Ну, Геральт, ну что ты творишь, отвечая? Ну как так можно? Ты же видишь, что чудище. Надо было достать нужный меч. Ну, хотя, в принципе, да. Я думал, я его не завалю, а он что-то вообще ватный. Чувак, ты меня расстроил. Все. Молодец. Молодец. Что у тебя есть? Челюсть цеметавра. Цеметавра. Какой-то новый. Ну, что-то я не помню его. О, еще один. Еще один на подходе. Блять. А какого фига я тебе... Ты не упал. Это орда. Я ж по тебе попал, не? Я должен был по тебе попасть. Стоп. Подожди-ка. Мы заберем сначала все, что нам выпало. И здесь у нас уже ничего нет. Так, вот эту стеночку сейчас посмотрю. Тайна уху. Блять. Какого фига ты упал? Откуда вы лезете? Я же не в код военной играю, где на тебя противники сверху падают. Ну совсем что ли охренели? Пиздец. Тут что творят? Вот, сейчас опять было. Геральт. Ты мне страшно. Нас могут с тобой убить. Тут противники сверху падают. Да, вот один есть. Один есть, бля. Как там тебя зовут? Какой-то Гейер. Бля, я этого еще не убил, лол. Так я же его шотнул. Пиздец, парни, что вы творите, а? Или я его убил? А нет, его... А, или это еще один? Лол. Таких двое оттуда прыгнуло? Пиздец. Вот это поворотище. Вот это повороты тут происходят. Повороты, мордовороты. У нас тут справа. Да, блядь. Чего вас так много? Ну ладно, хотя бы шотую, спасибо и на этом. Блин, охрененно, когда у тебя, точнее у Геральта прокачано уже почти весь навык владения мечом. Это на самом деле очень круто. Так, это... Это вообще какой-то большой, блядь. Сука, ну что-то мне страшно. У него морда как у младенца. И зовут тебя Уреус, чувак. Спасибо, что представился. Но, а, окей, на него арт не действует. Он, я думал, он типа будет обездвижен, даже когда у него мало хп. Но нет, ему насрать. Абсолютно. Безбашенный типок, безбашенный. Так, давай забираем. Чё тебе? Голова цеметавра, трофей, на которую можно получить немалую сумму. О, мне нужно отдать трофей Салтису и потребовать своего вознаграждения. А, дополнительный квест, все понял. Как-то я нарвался на дополнительный квест. Да, чудом. Вот это поворот.
Так, книга «Старшая кровь». Нет, иди нахер своей «Старшей крови». У меня вот это вот. Да, как-то я, получается, сделал дополнительный квест случайно. Вот за это я люблю Ведьмака. Ты можешь не брать на доске объявлений квесты, как бы не засорять себе этим голову, но в процессе ты можешь этот же квест выполнить абсолютно случайно. И получается вот такая вот интересная песочница. И если я не ошибаюсь, то в Ведьмаке, наверное, это была вот эта вот вся система с такими неожиданными квестами, реализована именно, ну, первее всего. Потому что если есть это в первом Ведьмаке, то я думаю, уж точно ни у кого еще до этого такого не было. Просто активно эту хрень, вот эту вот механику, начали воровать ассасины современные. Там, по-моему, вот как у Тора недавно выходил Одиссей. Там. И они сами говорили, что они вдохновлялись Ведьмаком и прочее. Так, оказывается, это еще и было, по сути, в первом Ведьмаке. Все? Упал? А, там еще один есть. Там еще братишка какой-то, да. Да-да-да-да-да. Так, давай заберем. Все забрал. Прямо. Могу прямо, либо назад. Нет, назад это вот. Стой. Что-то я мог обыскать еще. Или не могу. А, вот Альп. Склеп. Блять. Сука, как я промазал. Вот как? А вот почему она уходит? Она меня боится, получается, или что? Чё-то прикола, не понимаю. Видимо, она меня боится, потому что у меня вот шарфик есть. Определенный, который должен отпугивать. Сейчас я даже проверю. По-моему, вот да, вот красная лента, амулет отпугивающий утопсов. Но опять же, утопсов отпугивает. Но не альпов. Типа, я не знаю. Я не знаю, не знаю, что они от меня уходят. Так, 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 значит, пойдем сейчас прямо. Вон туда, прямо. Я вижу там какой-то желтый свет. Эта игра очень страшная, особенно когда ты не сохраняешься заранее. А, окей, это место силы, ну, в принципе, да, для Квена. Ну, сейчас я вот этого вот шотну. Или хотя не шотну. Да, я его не шотну. Блин. А, там у этих гвинблейды опять ходят альпы. Окей, чё он только там... Она там проходила? Они тут просто ходят спокойно по локации. Я сейчас проходил, её там не было же. Давай, место силы. Квен. Квен — это хорошо. Это очень хорошо. Так, мы можем сейчас... у нас там будет развилка такая небольшая. Развилочка, значит, пойдем направо либо налево. А, нет. Тут завалено, хорошо. А тут нет. Так. Да что ты уходишь от меня? Я не пойму. Тебе что-то... Ты что-то от меня спрятала? Дура. Стой. Сука. Ой, не уделяй тебе внимания, да, говоришь? Ну ладно, мы это сейчас исправим. Все. Достаточно? О. Изи. Давай тебя еще. Сука, она тяжелая в силе уворачивается, мразь. И напоследок. И порубить. Во. Фу. Так. Че теперь куда? О, труп. Труп, а чей это труп? Я его не знаю. Не. В первый раз вижу этого чувака. Странно. Че ты тут делаешь? Ой, бля, еще один. Откуда вас так много, а? И почему на тебя арт не подействовал? Он же на тебя обычно действует, не? Не понимаю вообще. Так. Вот. Бля, и арты как назло нету. И он от меня убегает. Да что вы творите, дебилы?
Ага, охуенно. А давай, Арт, проебем еще, ты от меня убегать будешь. Само то. Да падай уже. Додик. Блять. Останки. Сука, останки. Ну-ка, давай сейчас игни. А, ну конечно, конечно. Конечно. Да чего вы убегаете, идиоты? Или на вас какой-то яд вот, да, вот, действует, и вы типа бежите, чтобы он на вас не действовал. Хотя я на вас никакой яд не использовал, я не знаю. Круг элементов. Подожди. А, да, это откуда мы пришли. Так, значит, идем дальше. Дальше, сейчас у нас налево будет поворот, мы еще там не были. Короче, ты только не удивляйся, но игра у меня опять вылетела, да. Я вот как только начал приближаться к этой комнате, увидел вот этих странных человечков. Гномиков? Я не знаю, кто они вообще такие. Игра просто взяла и вылетела, да. И мне надо победить вот этого вот чувака, который, наверное, их как-то контролирует. И у него очень страшное ебало. И мозги наружу торчат. Ага. Падай, сука. Да. Молодец. А теперь мне надо опять сохраниться. Вот опять надо сохраниться. Потому что у меня игра что-то вылетает. Ну его нафиг. Ее фиг поймешь. Вот в предыдущем выпуске я снимал, у меня ни разу, по-моему, не вылетело. А этот выпуск уже, наверное, вот последний раз перед склепом. И до этого, наверное, раза два. Какой-то пиздец, я не знаю. Чё ведьмак творит? Непонятно. Так, а это чё? Это у тебя тут сундук обычный. А, всё забираем. Только чё это за гномы? Почему вы меня боитесь? Я же убил тут всех монстров. Вы должны были наоборот сказать: о, спасибо, великий Геральт, чем мы тебе отплатим? А я их даже поближе не могу рассмотреть. Они тупо берут и убегают от меня. Ага. И прикол в том, что копище домовых. А вот. Что это такое? Кошачья упряжь. Небольшая упряжь для болотного аира, предназначена для маленького животного. Предмет для задания. Но я это задание не делаю, я не знаю. Видимо, я сюда пришел слишком рано. Потому что в этом склепе он абсолютно, по сути, бесполезен. Круг бесподобных земель. Этот склеп абсолютно бесполезен, потому что тут даже нет никаких вот доспехов ненужных. Я тупо пришел сюда, я думал тут, о, там Беренгару, там вот эта вот вся движуха, там мечи, квесты. А тут ничего этого нет. Просто ничего. Мало того, что я вылетел раза два, так еще и ничего не получил особо. Ну да, только какое-то задание активировал у Алтыса. Хотя я этого Алтыса вообще не ебу, как он выглядит. Я к нему направлялся, но я что-то потом про него забыл и зашел к этому Адаму. И все. Но зато я уже у Алтыса сделал квест. Это круто, очень круто. Только не убегай от меня. Че ты убегаешь, дура? Бац. Дай я у тебя что-нибудь возьму. Дай. Чё? А, я не могу его побрать. А почему? Почему? Типа у тебя нечего брать? Бомжиха, да? Походу, да. Ладно, выходим с этого дерьма. Мне уже надоело. Надоело здесь бегать. Абсолютно просто помойный какой-то склеп. Вот. Его даже стыдно назвать склеп, потому что это, ну, нифига не склеп.
Просто какое-то помоище. Так, костер, курганы. Такой это лечука отшельника. Нахер не хочу к отшельнику. Мы у него уже послушали нотации, там энциклопедию он нам рассказал про тайны этого мира. От начала и до конца все человечество описал. Для меня этого было достаточно. Теперь давай пойдем лучше дальше выполнять квест с полуденницей. Ну вот должно быть где-то вот здесь, да? Да. Ну-ка, а я могу для тебя, стой, ловушку поставить? Ну-ка. Да, поставил? Ну только мне кажется, эта ловушка особо на тебя не подействовала. Вообще не подействовала. Да. Заебись. И ты еще меня пиздишь. Круто. Круто, круто, круто. А у нее еще пол хп. Охренеть, она жиропаска. Падай, сука. Пиздец, что творит? Что творит, блядь? Ух, так. Давай отбирать. Давай забирать, чего у тебя тут есть. Электроплазма, осколок, да. Чё нужно? Какого хера темный экран? Альвин, дебил, ты не меня не пугай, вдруг Геральт. Думал, игра вылетела. Геральт! Я же просил тебя спрятаться, если возникнет опасность. Дебил, блин. Я... Знаешь, Геральт, я слышу голоса. Всех этих женщин, что здесь живут. Они говорят со мной. Они мертвы, Альвин. Геральт. Подкатывают? Что я такое? Меня многие боятся. Когда думают, будто я не слышу, называют меня дьявольским отродьем, вельзевуловым семенем или уродцем. Нет в тебе ничего злого. А эти люди дураки, Альвин. И ты сама безобидность. Они просто боятся, что ты им нанесешь вред. Но я хочу, чтобы люди меня любили. Я не хочу, чтобы они умирали. Что мне делать, Геральт? Предназначение — это еще не все, Альвин. Мы сами вершим свою судьбу. Но, бля, не знаю. Твои сны и видения — это дар, Альвин. Дар, а не проклятие. Ты сам должен решить, как использовать его на благо. Не рассказывай о том, что видишь. Держи свой дар в тайне. Одаренным нелегко приходится в этом мире. Не рассказывай о том, что ты видишь. Да. Держи свой дар в тайне. Одаренным нелегко приходится в этом мире. Спасибо, Геральт. Мне всегда становится легче после разговора с тобой. Да, не благодари. Не благодари. Обращайся к мастеру Герванту. И я сказал Альвину, что его силы — это дар. Ну да. Это ж правильно. Да? Да. До встречи. Твои силы — это дар? Да. Конечно же, да. Проход к берегу мне не надо, проход в деревню. А, то есть я... Да, походу, тут изучил все. Но меня не покидает один такой смутный вопрос. Все-таки можно ли зайти вон в тот замок, который вот я вокруг него все бегал? Или как это, мельница правильно называется? Так, что я буду делать? Да, провести ритуал. Хорошо. Типа, на карте помечено, что вроде как я туда войти могу. Если я могу туда войти... Почему бы мне, собственно, и не войти? Если меня туда игра пустит. Нет. Пока она не впускает. По крайней мере, через парадный вход точно. И Альвин опять, сука, за мной увязался. Зачем ты за мной бегаешь? Ты же знаешь дорогу до дома. Зачем за мной бегать? Альвин, Альвин. Сейчас я попытаюсь все-таки зайти. Но я что-то входа не вижу. Там есть, типа, вот то, что я сейчас смотрел, два таких прохода, но их арт не разрушает. И, видимо, эта хрень заскриптованная, и я смогу туда только зайти после того, когда сюжетка меня подведет плавно к этому, да. Так оно и есть, походу. С вами я драться не хочу, идите вы все в жопу. Я пойду в деревню. Я уже заколебался по этим полям бегать, ходить. Исследовать их. И Альвин за нами бежит. Бля, вот эти холмы, ну...
Ну кто таких ставит-то, блин? Гера, что, тяжело прыгнуть, что ли? И меня теперь паудинца заметила. Ну, найс, 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 вообще. Шикарно. Но я должен вроде как скрыться. Да, я скрылся, заебись. Так, надо. Хотя сейчас игра за место меня сохранится, да? Сохранение игры, спасибо, 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 спасибо. Хотел только сохраниться. Так. Деревня, кузнец. А, бля, мне надо будет к эльфам еще зайти потом на берег. Отдать им буханки хлеба. Ой, ну что-то далековато это. Тут же есть покороче путь, вот, по-моему. По-моему, что-то туда, либо... Кстати, рухнувший мост, я еще там не был. Но это, скорее всего, мы уже посмотрим в следующей серии. Потому что мы уже и так неплохо так побегали. У нас тут... Че, дверь... А, это таверна. Кмет. Здесь воняет. От тебя воняет. Ворчливые рыбаки отказались вести меня на отмель. Ну и правильно, нахер ты там нужен. Дверь нет, за нахарки не пойдем. Это бесполезно. Сейчас зайдем, короче, к Салтысу. Получается у нас туда... Нас же туда сейчас ведут. Я прав? Нужно тереместник, которому могу восстановить зеркало. А, да, сейчас, короче, осколки отдадим. И корни мандрагор помогут мне избавить круг... А, духов, бля. Друид, сука, еще у этого, блин, старпера. Я не выполнил задание. Блин, как... я что-то забыл. С ним минут 20, значит, стоял, базарил, а потом быстро про него забыл. Да уж. И у нас сейчас еще ночь настанет. Я не знаю, туда когда надо прийти, ночью или днем. Тут вдруг ночью. Приветствую. Привет. Привет. Чем я могу помочь уважаемому господину? Ты кто такой? Мастер на все руки к вашим услугам. Кузнец, что, не видишь, Геральт? Я могу починить все, что угодно. Могу делать удивительные и нестандартные предметы на заказ. А еще я отличный кузнец и плотник. Так, ты можешь восстановить разбитое зеркало? А ты правда мастер на все руки? А ты правда мастер на все руки. Чтобы выжить в наше время, надо предлагать широкий спектр услуг. Понимаете ли, господин, у меня есть дорогостоящие хобби. Хобби? Именно. Я, мой брат из Вызимы и зять из Новиграда планируем создать... летающую машину. Ебать. Мы уже построили несколько, ну, потом пришлось... Чё вы? ...оплачивать лечение пилота. Ну, да. Понятно. Да? Неудачный эксперимент. Они, получается, изобрели самолет до того, как это стало мейнстримом. Да. Вот, вот он изобретатель. Вот, посмотри на его лицо. Это просто гений. Беренгар сказал, что ты знаешь легенду о Вороне. Хотите послушать... легенду о Вороне? Ну ладно, я давай послушаем. Я больше ничего не знаю. А, ты даже не знаешь. Меня больше интересует техника. Эти доспехи были революционным изобретением, возможным только благодаря новым технологиям в металлургии. Очень интересно. Так вот, по поводу доспехов. Я могу попытаться рассказать вам об их качествах. Спасибо, только учти. Я ничего не знаю о металлургии и прочем кузнечном деле. От доспехов Ворона осталось три элемента. Плечо, наруч и рукавица. Все остальное. Железная руда высочайшего качества и великолепная технология. Это вам не какие-то жуткие тибирианские плавильни. Гномы на века опередили нас в плане технологий. Сейчас, кстати, видео под горой Карбон у них есть оборудование, о котором наши ремесленники могут только мечтать. А про доспехи ты мне можешь рассказать? Ха. Это восхитительно. Невероятно! Впрочем, как скажете, технологии, о которых я упомянул, позволили создать прочную и гибкую сталь, практически неуничтожимую. Как я уже сказал, осталось только три части доспехов. Если вы хотите воссоздать доспехи целиком, вы должны найти материалы на замену и того, кто может собрать все воедино. Какие-нибудь предложения? Вам стоит поискать в местах захоронения великих рыцарей. Так, я это слышал, где курганы, да? Графья династии Руйтер носили похожие доспехи. Части вполне можно будет переплавить.
А подходящего мастера придется искать в Изиме. Я за такую работу не возьмусь. Ух ты, сыкло. Блин, получается, мне надо будет сейчас что, курганы раскапывать? Расхищать могилы? И он мне сказал, плечо, рукавицы, еще что-то там. Хотя у меня есть, типа, грудак. Это не то или это считается плечом? Тут корявый перевод, нет? Ты сможешь восстановить разбитое зеркало? Да, господин. За 100 аренов. Ну. Хм. А если я подумаю? Я подумаю. Ну, сука. Я устал. Я должен найти элемент доспеха, изготовленный гномами. Мне нужно найти запись эльфийского монастыря. Так, я же там что-то нашел и так. Да? Давай. Ты сможешь? Да, давай. Отлично. Вот части зеркала. Заплачу, когда восстановишь. Так, и... Через какое-то время нужно вернуться к кузнецу за установленным зеркалом. Короче, смотри, что у меня есть. У меня вот есть вот то, что кошачья упряжь, какая-то небольшая упряжь из болотного аира. Предназначена для маленького животного. Это я украл у гномов, которые были в пещере. В склепе. А еще у меня есть вот элемент доспехов. Элемент доспехов из редкого сплава. На вид очень древний. Типа это то или совсем другая хрень? Сказал бы делать зеркало, а сам мечи точит. Дурак. Конченый. Мне бы надо где-то поспать, да? Костер. Я не вижу костер. Так, дом Алины. У Алины нельзя поспать. А, у Алины же теперь и нет. Точняк. У Алины теперь дом все бесхозный. Теперь мы можем тут творить все, что захотим. Вообще могли бы здесь поселиться, забыть про все эти ведьмачьи дела. Жить с Альвиным там, его немножко обучая ведьмачьей вот этой всей поеботе и нормально. Что нам еще надо? И все, все бы про нас забыли, никто никогда бы нас не нашел, да? Да? Да, я пришел за зеркалом. Я пришел за зеркалом. Вот, прошу вас, как новенькое, даже лучше. С вас 100 оренов. Вот тебе 100 оренов. Оренов. Оренов или аренов? Вечный вопрос для Геральта. А я должен разыскать полуденницу и выяснить, поможет ли ей зеркало. Так, Салтыс. Где Салтыс? Адам? Салтыс. Салтыс, дом Салтыса. Салтыс, я там тебе что-то сделал. Я кого-то там убил. А, вот он, Салтыс, да? Приветствую, Милздарь. И приветствую. 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 Как тебя звать, величатель, Милздарь? Если, конечно, можно спросить. Геральт из Риви. Гервант ведьмак. Из Риви. Герон. Ведьмак. Вот ведь повезло. Чего же ждал? Два ведьмака пришли. Дебил. Тобиас Гофман, Салтыс этой деревни. Скажи мне, монстробой, что тебя сюда привело? Я хочу поговорить о водяных. Я хочу поговорить о водяных. Тогда говори с Юлианом, монстробой. Он этим бизнесом занимается. Бизнесом? Охуенный бизнес. Ну да. Он вылавливает сокровища из озера, восстанавливает их и отсылает на рынок в Изиму. Так, есть работа для ведьмака? Есть работа для ведьмака. Люди рассказывают, что у озера появилась тварь, похожая на рыбу с ногами. Мы это уже сделали. Говорят, что гробница в полях — логово чудовища. Мы это сделали. У него огромные зубы, похожие на помершую тещу. Да. Рассказывают страшные вещи. Все прям чётенько, да. Тварей. Описывают. И принеси доказательства, и я не поскуплюсь. Да, вот. А что, рассказывай дальше? Рассказывай дальше. О чем? А. Есть работа. Люди говорят. Награды. И при... Первый. Семитавр из гробницы. Ладно, не надо показывать доказательства. Вот 800 аренов. Ух ты ж. Нифига. 800 аренов. Салтыс, ты просто... Уважуха тебе, и у тебя он этот... Блять. Как его, сука... Забыл. Как тебя зовут? Он у него картина этого... Да Винчи, да, точно. Да Винчи. Если в округе не люди, кстати, да. Если в округе не люди.
Воистину так. Эльфы живут на берегу, несговорчивые они. Я хотел им еды передать, не лучшего качества, но вполне еще даже ничего. Они на меня так холодно посмотрели, что я аж замерз. Странный они народ, монстробой. Но неважно. У меня и в своей деревне дел достаточно. Понятно. А еще тут рыболюди живут в озере. Вот какая напасть-то на нас. Почему? Последний раз они даже убили несколько человек, когда нас от озера отгоняли. Чертовы рыбы. Поговори с Юлианом, он больше знает. Учту. Милздарь? Так мы уже с Юлианом говорили, все, значит. Блин, 800 аренов получили, это круто. Я получил свое вознаграждение, древний Цеметавр. Бля, так я еще и ни одного убил Цеметавра. Я твоих, по-моему, там убил. Тебе еще... У него там сын был этого Цеметавра. Ты мне еще должен 800 дать. Прощай. Блин, я на самом деле их два убил. Так что, бля... Ты меня наебал. Ты сказал, там один, а их там два. Так что так дело не делается. Так, и че мы? Куда пойдем? Мы пойдем. Вот эти дома мы зайти не сможем. Или хотя можно пройти просто в ту часть деревни. Я там ни разу не был. Хоть и карта мне говорит, что я там был, я все открыл. Ну а смысл тогда вот? Ну-ка. А может и был. Ну все закрыто. А вообще, надо помедитировать до дня. А то что-то я не хочу ночью там шароебиться. Вот так вот, да. Алхимия, да. Алхимия и... Чё я могу? Ласточку я не смогу. Да, фиг с этой ласточкой. Тут вот это вот, да. Спасибо. Кошку сделал, по-моему. Повышает сопротивляемость организма кислотам, на ядом на основе кислот. Ну, смешиваем. Белая чайка, легкий ведьмачий галлюциноген. Зачем только он? Зачем мне галлюциногены? Или типа я могу на противников это использовать? Что-то я не понял. Не понял рофла. Нейтрализует последствия алкогольной интоксикации. Ну, слышишь, он, да, пусть будет еще. Вот это вот. Алкашки у нас дофига. Надо ее использовать. Не выпивать же ее все. Надо ее использовать в разумных целях, в медицине. В алхимии, как тут принято говорить, а не в медицине. Гость на свадьбе. Честная женщина, эта трактирщица. Какая может быть свадьба? Тут баба сдохла, а вы, блин, свадьба. Ох, ящик опять появился у старого дерева. Или это была обычная полуношница? Полуношница. Хижина. Старый стеллаж, о, проститутка. Моя бабушка говорила, что нет ничего краше и опаснее танца полуденницы на солнце. Так, и у вас тут, бля, опять старшая кровь. Чего у вас так много книг этой старшей крови? Я вообще эту книгу купил у кого-то, а вы тут направо-налево ими разбрасываетесь. Ебать, дед какой высокий мне показался сначала. Пиздец. Я аж на его испугался. Так, ну пошли тогда. Пошли. К нашей цели. Сын чё, бля? Сын кузнеца. Чё? С тобой можно говорить? О, клиент! Почему ты так удивлен? Редко кто покупает оружие в темноводье. Так что я так себе продавец. Ну, не как мой папаня. Папаня? Мастерская моего папани напротив стоит. Да мы уже общались с твоим папани. И послал меня торговать оружием. Какой в этом смысл, если никто ничего не покупает? Я не знаю, но лучше не спорить с папаней. Может быть, он просто хотел чем-то тебя занять. Может и так. Папаня очень злится, когда я за ним хожу и задаю вопросы. Говорит, что он бы мой прилавок на другой конец деревни вынес. Да хочет за мной приглядывать, чтобы я сидел тихо и продавал кому чего надо. Ну покажи, что у тебя есть, удиви меня. Удиви меня, не интересует тебя ничего у меня. Так, чё, не худла?
Три косаря, да идите нахер, у меня нет таких денег. Механический боевой молот? Не, у нас есть тут какой-то молот, вроде как хороший, я правда им еще не пользовался. Не знаю. Да вообще арены тратить не хочу, чувак. Уж обессудь, не обессудь, но мне бабки нужны. Вдруг что-то такое крупное надо будет купить, а у меня их нет. А так хотя бы сейчас подкоплю. И будет все заебись. Гуси, 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 гуси ходят. Так. Я надеюсь, я правильно иду. Главное, чтобы не забрести в какую-то жопу. Тут карта просто хрен пойми ее, как по ней двигаться. И вот эти вот все скалы, горы, повторяющиеся, на которых ты даже не можешь шаг сделать. Допустим, горка какая-нибудь, ну, высотой 1-2 метра. А ты на ней не сможешь зайти, не-не. Даже какой 1-2 метра? Метр? Тебе надо будет обходить вокруг нее, не знаю, весь остров, чтобы зайти на другую часть карты. Это пиздец, конечно. Это пиздец. Да, кстати, у меня еще тут сейчас с друидом решим проблемку-то. Она вот где-то вот. Ой, я здесь, я далеко. А, или малинник? А, нет. Так, небольшая ферма. А, еще и ферма тут. Лол. Да ладно. Так я еще тут не везде и был. Ну ладно, это мы потом сделаем. Сначала надо вот закончить с этим, я не знаю, деревенским любовным треугольником, который тут творится. Одна завидовала другой, убила ее, потом тот убил другую, которая завидовала, и теперь мы пытаемся это все расклепать. Хотя, по сути, нахер бы оно нам это вообще надо. Это не наши проблемы. Но мы этим занимаемся, непонятно почему. Видимо, от бездействия. Другой причины я не вижу. О, да. Полуденница. Иди за полуденницей. Иди за мной. Только не говори, что Алина, ты меня в мельницу приведешь. Посмотри в зеркало. Алина? Посмотри внимательно. Это? Так романтично. Да. Я Алина. Теперь я помню. Мне нужно спешить. У меня скоро свадьба. Алина, ты мертва. Почему ты так говоришь, ведьмак? Я отлично себя чувствую, только немного холодно. Странно. Здесь жарко, как в аду. Мне надо найти корзинку. Мне надо собрать малину для возлюбленного. Ну, тут малины предостаточно. А почему дух Алины не хочет уходить? Я чувствую, что сейчас она счастлива, потому что думает о своей свадьбе. Но она все еще не знает, что она привидение. Возможно, просто зеркало не Халены недостаточно для того, чтобы снять проклятие. Офигеть. Однажды я слышал легенду о полуденнице, которая не хотела выходить замуж за Нильфгаардца. Но я не помню, чем та история кончилась. Легенда, говоришь? Наверное, стоит расспросить тех, кто разбирается в народной мудрости. Я обещал Юлиану освободить его возлюбленную. Геральт, а ты кого-нибудь любишь? Я не знаю, люблю, но это не твоего ума дело. Люблю, но это не твоего ума дело. А я знаю, знаю! Ты любишь Трис! Ну, возможно, а может быть и нет. Я вынужден продолжить поиски, найти друзей. Другой способ, да... Да. Я должна собирать малину. Собирай, чтобы освободить дух Алины. Ух. Так, чё, как мы пойдем? Чё нам надо делать? Это другой способ. Я вынужден продолжить поиски, найти другой, блядь, способ успокоить дух Алины. Это надо будет идти. Это надо будет идти к этой, блин, Абигайл. Может, она что-нибудь придумает. Либо сейчас я выполню у друида вот эту вот хрень, которую он меня просит сделать. Там изгнать дикую охоту, про которую Геральт не должен помнить, но он помнит, да. Не забываем это.
А потом уже с этим разберемся. И что-то тут до хрена полуденец. О, еще этих. Круто. Нет, парни, со всеми вами я что-то драться не особо хочу. Сейчас мы от вас оторвемся, потому что мне сейчас надо будет там еще драться. Вы вставайте, пожалуйста, в очередь. Да. Спасибо. Спасибо, что услышали мою просьбу. И перед этим я сохранюсь. Обязательно сохранюсь. Пустые ячейки. Так. И да, вот. Вот, друиды-то. Чё тебе надо в жертву отдать? Чё там было, да? Или подожди. А, и вот эти, корень мандрагоры, точно. И чё? А теперь-то чё? Я же активировал, не? Или по одному каждый раз? Я не понял. Корень мандрагоры? А чё тебе надо? Да? До встречи. Подожди. Корни мандрагоры помогут мне избавить круг друидов от призраков короля охоты. Я должен уничтожить призраков, обитающих в круге друидов. Отшельник рассказал мне, как можно отпугнуть короля охоты. Прежде всего, нужно положить в свечи корни мандрагоры и поджечь их. Чё за пиздец? Ну, типа каждый раз по одному ложить? Серьезно? Блять. Да. Уйди отсюда. Да. А чё за рофл? Я не понял. Я все корни отдал. Ничего не знаю. Чё творится? Чё за пиздец? Виверна. Круг. Бля, мне может помедитировать надо, я не знаю. Да, вот с Виверна тут, конечно, вот. Виверна тут вот в самую тему. Вот кого-кого я тут не ожидал увидеть, так это Виверну. Сука. Пойду к друиду, я не знаю, что за это за херня. Квест либо забаговался, либо еще что-то. Отшельник, блин. Тупой отшельник. Вот я сейчас Я сейчас тебя к друиду приведу. И он тебя просто ваншотнет. Вот смотри. Смотри и наблюдай. Это исторический момент. Где ты? Давай. А где он? Ха, он испугался, понял, да? Он испугался вот этого вот великого отшельника, да? Че? Ты знаешь, как помочь духу вернуться в царство мертвых? Да, кстати. Ты знаешь, как помочь духу вернуться в царство мертвых? Ты имеешь в виду кого-то конкретного? Алину. Она превратилась в полуденницу, и я пытаюсь помочь ей. Алина владела редким и могучим артефактом – зеркалом Нехалены. Такие зеркала служили провидцам и оракулам, поскольку они довольно точно, хотя иногда и загадками, предсказывали будущее. Алина часто обращалась к зеркалу за советом. Я отдал Алине зеркало. И каков эффект? Никаков. Она перестала нападать на меня и, кажется, вспомнила, кто она такая, но... Она все еще не верит в свою смерть. Она хочет подготовиться к своей свадьбе. Тогда ты должен поговорить с владычицей озера или с местной гадалкой. Только они могут знать, как решить эту проблему. Спасибо. Всего доброго. Да, подожди, вот только чувак. Че? Напомни мне, что я должен сделать. Напомни мне, что... Да. Ты должен убить 9 призраков внутри кольца друидов. А, они ночь, появляются ночь, только ночью. Как мне с ним справиться? Ночь. Все, я понял, ночь. Хорошо. Возможно, владычество озера или знахарка могут мне решить проблему Алины. Так, знахарка, вы бы называли бы ее Абигайл. Так, по-свойски, мы же знаем... Про Абигайл. Зачем нам тут тайнами рассказывать? Знахарка какая-то. Если можно сказать, просто Абигайл и все. Корень мандрагоры. Подожди. Я 5-й взял.
То есть я тогда здесь не все корни взял или что? Чуть я не понял. Кстати, я с тобой же в кости, по-моему, не играл? По-моему, нет. Но я сыграю, да. Вот тут мечи еще. Мы сложили такие, типа. Накрывая поляну. Играем. И у меня сет пятерка. Хорошее начало, кстати. Достаточно хорошее, но сет на сет. Видишь, как все? Интересно сложилось, я даже не знаю, как тут быть. Тут прямо рандом какой-то получился. Мы можем четверку и тройку в надежде на каре. Ну, просто... Да. И нифига. Тройку я отнерку. А у него выпадет... Двойка-двойка. Сука! Ах ты ж мразь! Вот повезло ему с парой. Три, три... Так, пара. Пара-пара есть. И у него тоже. А у него две пары. Вот сыченыш. Блин, не хочу я деньги тратить на него. Я просто сейчас... Я думаю, я сейчас въебусь. Первый раз я, наверное, въебусь из-за него. Но тут мы бросим три. Три. У меня сет. Да? У него две пары. Три, четыре, пять. Ну, я проиграл, ну да. Конечно же. Давай. Играем еще раз. Еще раз играем, мне насрать. Так, четыре. Так, пара. Пара. А, сет. Опять сет. Лол. Пара. Давай, 47, выебнемся. Я выиграл еще. Ха, лох. Так, давай. Он, видимо, сразу сдался такой. Фу, не-не-не-не, нафиг с ним связываться. Он такие бабки поднимает. 4-4, 6-1-1. Где пара? А если я еще раз подыму, я тебя чисто на понт возьму. Чисто на понт взял. Вот смотри. У меня 4. Так, где пара, бля? Я даже не знаю. Слушай, я не знаю. У него получается 4-3. У него одна пара. Блин, рисково. Я, конечно, могу бросить все. Но что-то я боюсь. И поэтому я брошу только шестерку. И выпадет нифига, да, пятерка. Давай, удиви меня. 4-1-6. А, я еще выиграл. Воу! Вот это я золотился на нем. Вот это я разбогател. Бомж. Бомж стал не бомжом. Так, надо. Теперь ночь. Все-таки ночь, дождемся. Убьем вот эту всю мерзость. И на этом закончим. Да. Сейчас. Ага, сука. Я так понимаю. Ага. Я так понимаю, я это не выполню с первого раза. Можно уже перезагружать сохранение. Так. Я понял вас, парни. Я понял. Тут надо, надо иметь подход. Сейчас мы это сделаем. Так, 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 так. Я уже не хочу. Сука, давай. Блин, как ты, ты уворачиваешься постоянно? Как вообще с тобой драться? Пидорас. И он хитрый, знаешь? Он берет и меня, он ведет к своим кентам. Он потихонечку, так знаешь, делает шаг назад. И пытается меня отвести вон туда, к ним. Чтобы я не смог его убить в одиночку, один на один, как и полагается. Сейчас еще два удара. Все, найс. Так, свеча друидов. Так, надо, надо как-то... Теперь надо, надо взять. Короче. Короче, взять. Сохраниться. Еще раз. Да. И я бы на самом деле что-нибудь бы... Да, кстати, круг огня. А, у меня и так действует. А, я, короче, хочу выпить... так, неизвестное масло сначала сделаем. Глядишь, оно нам поможет. Так, и надо как-то... Как-то вот, чтобы один ко мне подошел. Вот именно один. Сука, я же сказал один. Понимаешь? Один. Один, блядь. Один. Я просил одного. Одного. Пиздец. Вот как я с ними должен драться? С двумя.
С двумя должен драться, понимаешь? Это же невозможно. Это тупо невозможно. Ну попробуй на групповом. Че, у меня типа выхода нет, да, и они ебашат вдвоем. Только так. Только, сука, так. Пиздец. Ну это типа последние. Больше их нет. Ну-ка, сейчас, сейчас. Вообще, подожди, я не... Венок, филин. Да, вот это вот мне бы пригодилось сейчас. Да, я попал? Нет, понял. Я уже не хочу. Ну ты бы вообще помог мне помочь, реально. Ну что ты ходишь просто так? Я уже не хочу, только мешаешь, что мне под ногами. Мешаешь, реально. Помоги мне, помоги! Помоги, помоги мне. Мне бы кто помог. Помоги. Ты видишь, в каком я говне сейчас нахожусь. Мне приходится круги нарезать. Я уже не хочу. Да. Я уже не хочу. Ну что ты хочешь? Помоги мне. Помоги. Да заткнись ты. Да заткнись. Я уже не хочу. Сука. Я только реально. Я уже не хочу. Их только игнем. По-другому никак. Просто никак. Они жестко ебашат вдвоем. Они мне просто за буквально за 5 секунд почти снесли пол я хп. Я уже не хочу. Нахрен таких, блин, мобов делать? Отвечаю, ну это какой-то пиздец. Я уже не хочу. Это маразм. Блять, еще пол хп у одного. И, наверное, пол хп у другого, да? Так, вот сейчас двоих задел, кстати. Круто. Помоги мне. Помоги, нет, не помогу. Так, нет, у второго даже больше. Это у одного только пол хп. Я уже не хочу. Ага. Сейчас, подожди, одного мы можем сейчас вот, да, вот так вот добить хитро. А второго там добьем уже. Так, на рукопашке, как и полагается. ХП должно хватить. Должно. Вот, аккуратно. Капец, у меня Геральт практически выкачан на полную. А я не могу одолеть двоих призраков. Так, у этого мало, да? Все, один есть. Сейчас, давай вот... Я уже не хочу. Подожди. Вот так вот, да? И как-нибудь уже... Тут... Я думаю, я справился, да. О, мне придется убить еще одного призрака. Я должен убить всех призраков. Бля, их точно. Их же девять, блядь. Вы че рофлите? Помоги мне. Вы реально хотите, чтобы я вот так вот бегал? Убивал? 9 вот этих долбоебов? Как я это буду делать? Как? Объясните мне. Либо у меня Геральт слишком, вот прям очень слишком ватный. И он просто не годится для таких боев, да. Еще вот вы, да. Именно вы. Это пиздец. Так, ну ладно, от одного попробуем. Попробуем с одним справиться. Получится это у меня или нет, я не знаю. Конечно, хотелось бы, чтобы мне это получилось, но я чувствую, я это видео ускорю, да. Потому что наблюдать, как Геральт бегает... Вокруг привидения. 20 кругов подряд, это такое себе, да. Они не приближаются, вот те оставшиеся два долбоеба. Ну-ка. А, сука, уворачивается же, мразь. Все равно. Блять, вот. Я ебал. Вообще, я просто в ахуе. Я в ахуе, отвечаю. Я тупо в ахуе. И второй пришел, да? Ну да, конечно. Конечно. Как же без этого, бля. Это какое-то порно на поле. Я их никак не восстановлю. Свеча друидов, сука. Я только могу бегать. По сути. Ну ты все видишь. Я могу только брать вот так вот, сохраняться, да? И все. Потому что против этих говнюков по-другому никак. И это на самом деле ненормально. Так игра работать не должна. Я уверен в этом. Неплохо, что тут на самом деле нет костра. Я бы хотя бы переночевал. Схитрил бы, так сказать. И восстановил бы хп. Они идут вообще, не? Они, по-моему, потерялись. Угадай, что со мной сейчас опять случилось. У меня опять вылетела игра, да. Весело. Я вот только сохранился, и она вылетела.
Это просто замечательно. Я вот к этим пидорам только, вот только хотел подойти. А игра такая, а хрен тебе. Тупо хрен. Я просто вылечу в самый вот такой вот охеренный момент. Да, и вот сейчас мне надо их как-то приманивать по одному. Чтобы хоть как-то с ними совладать. По-другому никак. Вот вообще никак. Я не знаю. Может отвориться какое-то орево. Вызывает у противника кровотечение. Только у этого противника кровотечение быть априори не может. Он дух. Я уже не хочу. Да. Сука. Уворачивается гнида ведь, а? Так, все, один есть. Хорошо. У нас еще есть два. Это мы уже убили четверых. Я опять сохранюсь. Потому что я знаю, как игра любит вылетать, да. Я это уже прочувствовал. Мы сохранились. Теперь бы нам немножечко подкрепиться. Да. И, блять, надо как-то именно одного выманить. Вот одного, да. Молодец. Вот умничка. Я люблю, когда вы меня слушаетесь. Вам вот просто цены нет. Только у тебя хп, наверное, еще фуловый, да? Вот это вот плохо, на самом деле. Очень плохо. Ты меня расстраиваешь. Сука. Сейчас. Сейчас, подожди. Немножечко подождать надо. Немножечко, немножечко. Я просто знаю, если я сейчас его атакую, он меня убьет. Это по-любому. Он меня как-нибудь... Да, ведет в стан, а хп у меня мало. Ему достаточно будет этого времени, чтобы меня добить. Лучше, лучше чуть-чуть побегать. Вот, молодец. А, все, добил? Заебись, блин. Охеренно. Так, пятеро есть. Получается, осталось 4. По факту. Вот этот еще троица, который заспамнится. Подходи и терпи, как я тебя буду убивать. Сука. Блять. Нет, отступаю. Отступаем. Отступаю. Вот так делаю. Сейчас еще раз сделаю. Отступаю. Все из-за того, что у меня мало хп. Я бы сейчас бы смог бы его убить. Чисто на одном мече. Но какая-то невиданная магия тут происходит. Даже когда я его прям вот законтролил своим ударом. Вот бью-бью его, не даю ему ничего сделать. Он все равно как-то умудряется меня ударить. Я не знаю, как это работает, честно. Каким-то неведомым мне способом. И еще как назло, рядом нет костра. Так бы я бы помедитировал и все. А бежать и искать его, ну как-то не хочется. Как-то не хочется. Я уж хочу быстрее с вами покончить. А пока я буду искать этот сраный костер, пройдет еще, наверное, целый выпуск. Че там полуденница ебаная ходит? Сука. Все. Мне придется убить еще несколько призраков, я должен убить всех призраков. Бля. Бля. Да, они до сих пор за мной бегут. Или это один виноват? Я не пойму. Один бежит в другую сторону. Да, по-моему, один в другую сторону, за Альвином. Это, сука, все из-за Альвина, походу, да. Пиздец. Походу, да? В этом виноват Альвин, я так и понял. И тут костер есть. Я бы мог уже, да, кстати, реально до деревни добраться, поспать. И хоть с одним, да, разобраться. А так мне приходится... Бля, да, вот за Альвина бежит. И второй, сука, то... Как они меня могут так преследовать, ты понимаешь? Это что-то нереальное. Вот, одно привидение. Давай, давай, иди ко мне, мразь. Сука. Главное, чтобы и второй не пришел, и яга не заспамнилась. Помоги мне! Помоги! Так. Сейчас попытаюсь как можно быстрее с ним расправиться. Нет. Я не смогу. Сука, ну ладно. Видимо, выхода нет. Ни выхода, ни выбора, ничего у меня нет. Мне придется с двумя драться. Да, это орно, конечно, все. Дверь, блин. И как назло, никто даже помочь не может. Да, они сука, за Альвином. Я уже от них оторвался, по факту. Они все равно идут за мной. Альвин идет за мной. И такой паровозик веселый получается. Пиздец, пиздец. Да, уже рассвет. Уже тупо рассвет, а мы еще деремся.
Но мы еще деремся, хотя я это битвой не назову, это насилие какое-то надо мной и над Геральтом. Бегать всю ночь по полю от привидений, блядь. Вот где действительно они страшные, так это в Ведьмаке. Потому что в Ведьмаке хрен ты их убьешь, особенно если и кучка. А всякие фильмы ужасов это для слабаков. Ну что там страшного? Это нифига не страшно. Вот это вот реально страшно. Из-за этой ебучей травы я даже их хп не вижу. Ну-ка. Так, двоих. Ну, двоих, ладно. Двоих как-то задеваем. Так, ну этого чуть меньше половины. Хорошо. Ну, у них примерно у всех на одном уровне. Бля. Главное на Виверну не напасть. Или она убежала уже. Виверна, так, кстати, нет, да? Она, видимо, испугалась. И минус один есть. Нежданчиком так. Так, стоп. У тебя минус два уже будет. А третьего я не знаю, может, на мече попробую добить. Так, блядь, чего такие жирные? У одного сопля, я именно потому попасть не могу, у которого как раз-таки сопля и осталось. Вот, наконец-то. Теперь, в принципе... Вот так-то. Теперь можно возвращаться к отшельнику и потребовать свое вознаграждение. Бля. Бля. Чё за порнуха сейчас творилась? Чё за лютая порнуха, отвечаю. По-другому это не назвать. Вообще, просто вынос мозга. Нереальный вынос мозга. Я, наверное, минут 20 с ними провозился. Возможно, я этот процесс ускорю во время монтажа. Потому что наблюдать его в таком состоянии, в котором он типа нормально изначально, но нахер надо. Любому придется ускорять. Где этот, блин? Отшельник. С тебя, блин, 2 миллиона аренов. Не ебет. Чем могу? Давай мне. Я все сделал. Дикая охота ушла. Отлично. Я благодарен тебе. Как тебя вознаградить? Я возьму книгу о вампирах. Хочу получить свой домик. Я возьму венок из бессмертника. Расскажи мне еще раз о наградах. Расскажи мне еще раз о наградах. Я не понял. Книга о вампирах содержит сведения об Альпах, Бруксах, Фледерах и Гаркайнах. Помойка, не надо. Если ты выберешь дом, он будет служить тебе убежищем, а также местом, где ты сможешь хранить вещи. Хм. У меня есть и венок из бессмертника. Легенды приписывают ему разные необычные свойства. Блин, опять же, дом я не смогу с собой постоянно таскать, и я забуду про него. А вот венок возьму. Я возьму венок из бессмертника. Наверное, возьму. Он твой. Обращайся с ним осторожно и используй, когда будет нужно. Благодарю тебя. Также возьми этот мешочек со священной солью. Носи его с собой, и он отвратит от тебя призраков. Спасибо. Иногда это может пригодиться. Спасибо. Ты так добр ко мне за такое дерьмо, в которое мне пришлось пережить. Я получил свое вознаграждение, награду за дикую охоту. Пиздец. Ох, ладно. Чё это? Где это твой? Венок из бессмертника, свадебный... Чё? Значит, я думал, он мне что-то такое стоящее даст. А он мне дал свадебный венок из бледных, нежных цветов, истощающих приятный аромат. Спасибо тебе, отшельничек. Это лучшее, что можно представить себе за вознаграждение, за ту миссию, которую я сейчас сделал. Это просто шикарно. Да. Кому ли этот пугающий вампиров? Ну, вампиров я что-то не вижу. И поэтому... я тебе не могу одеть. Ты у меня просто так будешь. То есть ты просто бесполезная безделушка, которая, абсолютно никак мне не обсралась. И я лоханулся с выбора. Да, спасибо. Так. Так. Все-таки. Сейчас нажму на квесты. Уверен, надо будет еще нанять. Так, это все понял. Возможно, владычество озера или знахарка. Так. Но это, короче, да. Блять, я опять скримеры. Фу, сука.
Короче, давайте тогда на этом закончим. На этой порнухе я по-другому назвать не могу. Это реально какая-то порнуха была, а не серия. Любовные треугольники, кто-то кого-то убивает. И в конце, не да, какая-то бета-версия дикой охоты. Она мне изнасиловала весь мозг за целую ночь, когда я с ними дрался. Я просто бегал. И тупо бегал. Да. Ну, если вы досмотрели это вот... Проклятые полуденицы. Блять, заткнись. Я тут прощаюсь. Если вы досмотрели это видео до конца, то ставьте лайк, если вам понравилось. Также не забывайте делиться своим мнением в комментариях по поводу выпуска, по поводу того, что вы увидели. Надеюсь, вам понравится. А также не забудьте подписаться на канал. Ну а пока что на этом все. Увидимся в следующей серии. Всем пока.